Начнем мы со снятия ответственности, как обычно, и пару предупреждений. Первое предупреждение то, что не надо копировать то, что будет на слайдах, в себе в продакшн-код, потому что осознанно многие вещи упрощены, и, конечно же, на слайдах говорить об архитектуре очень тяжело, тем более тяжело поместить какой-то правильный код на слайды так, чтобы было и понятно с одной стороны, и с другой стороны это поместилось, и чтобы можно было за этим следить. Поэтому, конечно же, на слайдах код упрощен и сильно упрощен. И главное, зачем надо будет следить, я буду акцентировать на эти вещи внимание, это за смыслом. То есть все, о чем мы сегодня будем говорить, это ключевые какие-то моменты, которые надо отсюда вынести, не код, в первую очередь понимание. Второе предупреждение — это о том, что я максимально постараюсь сделать доклад понятным, так чтобы мы поговорили об этой теме, в общем-то, надеюсь, с пользой для всех. Но тем не менее, сама тематика, это многопоточность и структура данных, это не самая простая тематика. Так что я надеюсь, что вы, когда пришли сюда, были морально подготовлены. Если нет, у вас есть вот момент успеть морально подготовиться. Вот. Перед тем, как мы начнем. И третье предупреждение — то, что сегодня на слайдах будет появляться скала. Давайте сделаем маленький такой опросник. Кто из вас работал с какими-то другими языками на JVM, не Java? То есть, может быть, Clojure, может быть… Ага, замечательно. Я ожидал, что будет гораздо хуже. То есть, это хорошо, значит, мне будет немножко проще. Почему скала? Почему будет появляться скала? В определенных направлениях Java уже хорошо развилась, получила хорошее движение, скажем так. Но в определенных местах она все еще очень-очень невыразительная. И особенно это касается создания иммутабильных классов. Я надеюсь, что такое иммутабильные классы, по крайней мере, простые мы все знаем. В Java объем кода сумасшедший. Конечно же, это не для слайдов, да? То есть, в принципе, это не значит, что нельзя на Java писать иммутабильные классы, но для слайдов это абсолютно не годится. А мне надо будет вам показывать какой-то код. Соответственно, я выбрал вариант скалы. Вот одна строчка на скале — это, в принципе, класс, в котором объявлено поле myval, string, и этот класс иммутабильный. Его эквивалент — это то, что написано снизу, плюс equals и хэш-коды я осознанно пропустил содержимое, плюс еще на самом деле будут сгенерированы билдеры и много всякого синтаксического сахара. Но, конечно, в принципе, в Java есть варианты решения. Я думаю, что с некоторыми из них вы знакомы. Как можно решать эти проблемы, если вы, конечно, захотите применять то, о чем я буду рассказывать вам сегодня на Java. Первое — это Project Wombook. Есть еще проект Immutables, GitHub, Google Auto, JUnaccessor. Я рекомендую из этих вот вариантов, что можно использовать вот второй вариант Immutables, потому что Project Wombook, хотя он более известен, он генерирует байт-коды, скажем так, путем хаков в компилятор, и, в общем, IDE потом с этим не очень хорошо дружит. Поэтому лучше с этим там, не очень удобно работать, скажем так. Immutables более дружественный к Java, поэтому будет лучше работать с IDE, вам будет проще использовать его. Ну, еще вариант, конечно, на самом деле можно совмещать в одном проекте Scala, Groovy, Clojure. Если у вас это получается, если вам бизнес это позволяет, да, очень часто на самом деле это упирается в бизнес, потому что вы не можете выбирать языки и технологии свободным образом. Но если у вас есть возможность, то очень часто проще использовать в одном проекте несколько вещей, использовать там Scala, там, допустим, и Groovy для того, чтобы генерировать какие-то вещи, в том числе и иммутабильные классы, и не делать это на Java. Да, нам обещают, вот, что в будущем, конечно, в Java появится такая вещь, как Value Object. Это проект Valhalla. Но Брайан Гетц, это главный архитектор Oracle, который отвечает за Java, он уже сказал, что в 9-м релизе мы это точно не увидим. А 9-й релиз — это уже через несколько лет, это уже там, на самом деле, 2016 год. Вот. Поэтому я думаю, что, к сожалению, Value Object, она обещана, на самом деле, очень-очень много. То есть там обещано чуть ли не, что мы сможем в массивах держать структуру данных, которые компактные, ну как C++. Вот. Буквально вот получим мощь C++ и не будем платить вот за то, что у нас каждый простой тип оборачивается в объект. Будет это все дешевле, будет это все эффективнее, но когда — неизвестно.
Давайте вспомним самые важные свойства иммутабильных объектов. И, конечно, больше. Мы еще можем сюда приписать о том, что мы можем не создавать, не реализовывать клон, мы можем не создавать копи-конструктор и так далее. Но я выделил важные с точки зрения, на самом деле, не с того, что это упрощает нам кодирование, а с точки зрения более таких весомых изменений, которые влияют на архитектуру приложения в целом и позволяют нам проще проектировать приложение. Иммутабильные классы, то есть неизменяемые, облегчают нам создание, тестирование и использование. То есть, уходя от состояния, я думаю, что вы все это знаете, нам проще использовать иммутабильные классы для юнит-тестирования, проще создавать и проще проверять, что получилось в результате. У нас упрощается потокобезопасность. Я думаю, что вы это, в принципе, все тоже знаете. Хорошие кандидаты для кэширования, потому что не меняются, то есть их можно положить в кэши, и у вас будет очень хорошая эффективность. Поддерживает инвариант состояния. О чем это? Если вы во время создания иммутабильного класса в конструкторе сделали какие-то проверки, то вы, может быть, можете быть уверены на 100%, что эти проверки, скажем так, это состояние, этот инвариант, будет выдерживаться всегда. То есть, получив на входе, то есть откуда-то ссылку на иммутабильный класс, вам гарантируется, что этот инвариант поддерживается. И последнее исключение, они могут разломать состояние. Вот это интересная вещь, я ее покажу на примерах. Поэтому мы ее пока опустим, просто запомните, что есть еще и такое интересное свойство. Я опять же надеюсь, что вы все читали Effective Java, мы все-таки на Java, и вы все знаете, как правильно создавать неизменяемые классы. Я не буду это все перечислять, я спрошу только об одной вещи. У нас, кроме всех вот требований о том, что мы, в общем-то, должны делать по-хорошему, есть еще требования о том, что, чтобы правильный класс иммутабильно создать, надо сделать все поля final. Вопрос, зачем? Какие варианты? Ну, кто-нибудь, какие предложения? Это правда, но не вся. Какие еще? Нет, глубже. Ну, это тоже. О! Есть момент на поточности, абсолютно верно. На самом деле надо вспомнить семантику final полей. Мы сегодня будем обращаться к Java Memory спецификации неоднократно, потому что на самом деле, несмотря на то, что мы будем говорить о функциональном программировании, функциональное программирование не обеспечивает нам автоматически никаких гарантий. Мы все равно будем полагаться на Java Memory модель. И вся красота, которую мы получаем там, в Scala, там, в каких-то других языках, она появляется только благодаря тому, что у нас есть такая замечательная memory модель. И в частности, в Java memory модели описан целый раздел, который называется freezing final полей. И среди прочего нам обещают, что если мы создали правильным образом мутабильный объект, то есть в том числе указали final на полях, то при выходе из конструктора будет выставлен memory барьер, и это приведет к тому, что каким бы мы образом не прочитали ссылку на объект, то есть каким бы образом мы его не получили, нам гарантируется, что объект мы увидим цельным. Это очень сильная гарантия. Это гарантия, которая облегчает нам программирование, и если вы в каком-то месте случайно ошиблись и забыли написать synchronized, то вам гарантируется, что вы можете, допустим, увидеть не ту версию объекта, но вы точно увидите объект в корректном состоянии. Вы не можете получить наполовину достроенный объект, скажем так, недостроенный. Это понятно, о чем я говорю? И, соответственно, всегда, когда вы делаете иммутабильный класс, обязательно делайте все поля final, потому что это защищает вас от случайных ошибок. То есть, соответственно, другим проконтролировать, что вы в описании класса написали final, гораздо проще, чем проконтролировать все остальные места, где вы используете этот класс. Это вас защитит от большого количества проблем. Наверное, подобную картинку или похожую на нее вы уже видели. Достаточно популярная картинка. Она показывает развитие микропроцессоров за последние годы. Из нее очень интересный выводы можно сделать. Эта картинка взята из презентации NVIDIA, где они рассказывали, как они видят будущее. И это будущее, в общем-то, спрогнозировано, можно пунктирщиком увидеть, на 2015 год. Мы практически вот в той точке, в которой они сделали прогноз. И если посмотреть текущие данные, то, в общем-то, видно, что они понимали, о чем говорят, потому что
прогноз достаточно точный. А говорили они о очень простой вещи, что мы не можем увеличивать затраты энергии, power, потому что у нас процессор начинает перегреваться. Из-за этого мы не можем увеличивать частоты. Из-за того, что не можем увеличивать частоту, у нас не растет скорость на одно ядро, то есть с какой скоростью вы можете делать вычисления. А из-за того, что не растет скорость на одно ядро, то мы уходим в то, что начинается многоядерность. Мы уже вот лет 10 живем в этом состоянии многоядерности. Еще какое-то время, там, пару лет после того, как мы перешли вот в эту фазу, еще скорость однопоточных приложений росла, просто потому что улучшалась архитектура самих микропроцессоров. То есть кэши становились лучше, то есть были какие-то улучшения. Но в целом мы пришли в точку, где скорость на одно ядро не увеличивается. То есть железо нас ограничивает и говорит, что единственный вариант, как вы можете ускорить ваши программы, это использовать многопоточность, переходить к написанию многопоточных программ. Но и с этим все не так просто. Я думаю, что многие тоже знают эту вещь. Это закон Амдала. Он говорит о том, какую максимальную производительность мы можем получить при условии, что уровень параллелизма, то есть какой объем параллельных вычислений у нас в программе. Если у нас только половина, вот синенькая нижняя черта, половина кода может быть выполнена параллельно, а половина потребует последовательных вычислений, то сколько бы ядер у нас не было, больше чем в два раза ускорения мы не получим. Я думаю, что это достаточно очевидная вещь, да, в таком виде. То есть картинка показывает о том, что у нас есть максимальная скорость, которую мы можем получить. Закон, причем, смотрите, если у нас там фиолетовая, это вот 90, если вы кому-нибудь менеджеру скажете, что у вас 90% программы может там параллелиться, он скажет, ну это же невероятно круто, это же должно, наверное, все вот просто в любую задачу решать. А вот нет, у вас предел скорости, то есть только в 10 раз вы можете улучшить скорость, неважно каким количеством железа вы при этом будете оперировать, то есть больше чем в 10 раз вы не получите ускорение. Вы скажете, а как же там Google, как же они решают свои проблемы? Да? Закон Амдала, надо очень четко понимать, он применим к конечным задачам. Если у вас задача большая, и по мере роста задачи у вас появляются новые данные, которые можно обрабатывать, то закон Амдала, вообще говоря, к ней не применим. А вот к задачам больше таким бизнес-задачам, да, ну, более таким конечным, допустим, обработка запроса конечного пользователя, у вас приходит запрос, это конечная задача, ее надо обработать. Вот здесь закон Амдала будет работать на всю катушку. Причем общую пропускную способность системы вы так, скорее всего, определить не сможете, потому что запросы будут независимы, и там оно будет масштабироваться. А вот с какой скоростью обработается конечный запрос, сможете определить. В современном мире обработка конечного запроса очень важна. Почему? Потому что известен факт, что каждые 100 миллисекунд для веб-сайта увеличивают задержки на 100 миллисекунд, уменьшают прибыль компании на 1%. То есть вы на 100 миллисекунд дольше отдаете контент пользователям, вы потеряли 1% прибыли. Задержка на секунду, да, у вас сервер медленно отвечает, ну, считайте, 10% прибыли просто ушло, потому что пользователи не будут ждать окончания загрузки страницы, они просто уходят раньше. Одно из направлений, которое принято считать, что спасет всех, это уход в функциональный мир. И я не буду там говорить, что это там парадигма, это все нам не важно, нам важна ровно одна вещь, о том, что это вычисление в виде математических функций и уход от мутируемого состояния. Я попытаюсь показать, что, на мой взгляд, в этих двух вещах, которые описывают функциональное программирование, вторая часть, уход от изменяемого состояния, является более фундаментальной, более важной, потому что оперировать математическими функциями без ухода от изменяемого состояния достаточно проблематично, по крайней мере, с практической точки зрения. Давайте посмотрим на простую запись. В математике это простая запись, которая ничего не стоит. В математике мы можем ввести любые символы и оперировать там лямбда-исчислениями, там какими-то еще вещами. С точки зрения математики мы наводили символы, это все бесплатно. Но с точки зрения реализации это совсем не так. С точки зрения реализации нам надо задуматься, как модель, которую мы ввели в математике, будет ложиться на наше железо. А проблем там может быть целый класс. Например, в математике, когда мы ввели какие-то символы, мы даже не задумываясь, автоматически ввели определенный уровень атомарности.
То есть у нас не бывает наполовину выполненного умножения, у нас не бывает наполовину перенесенного символа. Да? То есть когда мы оперируем какими-то математическими сущностями, как в алгебре там, в любом другом языке, вы как бы неявным образом уже оперируете какими-то атомами, даже если вы явным образом этого не оговаривали. Но железо, на которое вы переносите вашу математическую модель, которая должна это исполнять, у нее атомы могут быть совсем другие. У нее может не быть такого атома, который за одну операцию делает присвоение. Он может потребовать от вас там, несколько машинных команд. И пока вы работаете в одном потоке, это не страшно. То есть, да, у вас одна математическая, там, условно говоря, выражение распадается на несколько других. Но как только мы переходим в многопоточность, то там начинается совсем другая история. Там границы этих атомов становятся видны, и можно получить большое количество проблем. Вторая вещь, которая непосредственно касается нотации, это накладные расходы на нашу модель. То есть мы говорим о том, что давайте мы будем оперировать чистыми функциями. Но хорошо задаться вопросом, а какова цена того, что мы будем оперировать чистыми функциями? Потому что это не бесплатное удовольствие. Давайте пишем простую функцию и сделаем такое, попробуем оценить, какова будет сложность. Для простых типов, в принципе, это наша обычная функция, то есть наши типы значения передаются by value, то есть это была бы обычная функция. Для простого объекта, в принципе, мы тоже знаем, какова была бы стоимость, будь это там, параметры типа string и так далее. Но вот как только мы переходим к коллекциям, то все становится совсем плохо, потому что если у нас массив, допустим, входящий, условно говоря, миллион символов, а мы хотим сделать чистую функцию, то есть она не должна изменить массив, который она получает, а должна отдать наружу немножко модифицированный массив. То есть, допустим, изменить там один символ и отдать наружу, ну, как результат своего вычисления. То решение, которое мы могли бы сделать, это решение, допустим, в лоб скопировать целиком, обойдется нам копированием миллиона символов. Это нереально дорого. Потому что очевидно, что мы можем ради там, чистоты, ради каких-то там упрощений в коде, ради какой-то парадигмы пожертвовать там несколькими процентами скорости, два раза в скорости, ну, 10 раз в скорости, но в миллион это не решение. То есть очевидно, что это работать не будет. То есть можно в модели описать все, что угодно, но прагматически, с точки зрения прагматики, нам нужно решение, которое даст нам возможность оперировать чистыми функциями так, чтобы они на вход получали большой объем данных, могли вернуть этот большой объем данных немножко измененным, и стоимость этого изменения была достаточно дешевой. В противном случае, несмотря на то, что мы там можем наводить любые там лямбды, монады и все что угодно, это будет очень дорого с прагматической точки зрения. То есть нельзя этим оперировать. Можно сказать, ну если в функциональном программировании все так плохо, а может, ну его, это просто мода, пройдет и все, забыли это функциональное программирование, а ту его. Вот. Но не все так просто. Давайте посмотрим на традиционный подход. Традиционный подход, здесь описывается какой-то упрощенный класс для работы с заказами. Да? То есть есть ордер, в нем хранятся некие айтемы, есть некая функция «добавить айтем», она добавляет в коллекцию наше новое значение и вычисляет total. Total здесь не показано. И есть другая функция, которая createCheck, которая работает с item total, допустим, печатает чек, то есть показывает, какие были заказаны элементы и печатает сумму. В какой-то момент мы подумали и решили, у нас хороший класс, но мы хотим, чтобы он был многопоточным, мы хотим, чтобы он работал в многопоточной среде. Мы берем, делаем простую вещь. Мы добавляем synchronized. И у нас появился тут жучок, он, наверное, что-то о чем-то говорит, намекает, что здесь какие-то проблемы возникли. Вопрос, что могло пойти не так? Какие варианты? Нет, нет. Молодец. Действительно, calc_total у нас тут скрыто. Мы не знаем, что это такое. Потенциально это какая-то функция, которая, ну, в данном случае, наверное, она очевидно простая, но вообще говоря, это произвольный код, который является источником исключений. Мы не можем прогарантировать и, в принципе, никогда не можем быть уверены, что код, который мы написали, 100% неправильный, не содержит каких-то ошибок. Даже если мы знаем те исключения, которые он должен бросать, мы наверняка не знаем каких-то ситуаций, в которых потенциально бросают какие-нибудь рантайм исключения. То есть всегда есть шанс, что он выбросит исключение. В данном случае, если функция calc_total выбросит исключение,
то значение в items мы добавили, а total мы не обновили. При этом произойдет очень интересная вещь. Мы выйдем из блока синхронизации, и другие потоки, которые, допустим, вызывают функцию createCheck, они увидят items, где на один элемент больше, но total не обновленный. Самое смешное, что здесь с точки зрения синхронизации все правильно. Мы все поля засинхронизировали. Мы потеряли состояние до синхронизации. То есть наше состояние было разрушено, и потом мы честным образом прогарантируем, что все потоки, которые будут обращаться к этому объекту, увидят одинаковое состояние, одинаково неправильное. И в принципе нам об этом говорит, опять же, Java Memory модель. Она говорит о том, что мы вам гарантируем, что мониторы мы освободим. Да, то есть наши синхронизационные блоки гарантированно разлучатся. Но мы же не для этого их использовали, правда? То есть мы применяем Synchronized не для того, чтобы оперировать блоками. Мы применяем их для того, чтобы получить корректное состояние. И самое смешное, что корректное состояние в этом случае мы и не получили. То есть наше состояние было потеряно до того, как в действие вступили эти правила. Что можно сделать? Потеряна предсказуемость. Почему это важно? Почему вообще важна вот эта проблема? Она там, не просто обыкновенный баг, а что-то более важное. Потому что в данном случае мы потеряли детерминированность работы программы. И детерминированность вот влияет на самом деле на приложение. Потеря детерминированности влияет на приложение непредсказуемым образом. Соответственно, тяжело оценить, какой ущерб мы получим. Потому что если наше неправильное состояние, другие потоки видели наш объект в неправильном состоянии, и они не знают о том, что это состояние неправильно. Они дальше будут работать с этим объектом. Они могут его записать в базу, послать его в другие какие-то сервера и так далее. То есть они продолжат работать с этим неправильным состоянием, как если бы оно было правильное. И мы даже не можем оценить, насколько с точки зрения там, нашего приложения, как далеко расползется эта проблема. Соответственно, тяжело проэстимировать, какие будут последствия, там, определить приоритеты и так далее. То есть самое важное, что надо сделать в программе, это вернуть ее обратно, вернуть ее в состояние предсказуемости. Есть простой способ это сделать. Мы можем ввести дополнительную переменную, назовем ее incorrect state. Мы ее будем взводить перед тем, как мы выполняем условно небезопасный код, и возвращать ее, когда заканчиваем выполнять этот небезопасный код. Если мы вдруг в calc_total в данном случае получим неожиданное исключение, то есть выйдем из данной функции не там, где мы ожидали, то наш incorrect state останется взведенным. И тогда другие потоки, запуская эту функцию или другие функции, которые проверяют этот флажок, по крайней мере увидят, что состояние было разрушено. Вот. И мы не дадим расползтись нашему некорректному состоянию. Это уже какая-то защита. Но очевидно, это не самая лучшая защита, потому что, ну, правда, не хотим же мы, чтобы из-за одной ошибки у нас сервер остановился и сказал, все, лапки поднял, и больше работать не буду, потому что непонятная ошибка, делать ничего не надо. Вот. Мы хотим сохранить как можно рабочее состояние наших программ. И лучший способ это сделать вид, что если у нас что-то не получилось, мы это не хотели. Ну, не удалось у нас добавить, допустим, один заказ. Но до этого мы работали, до этого у нас было какое-то корректное состояние. Давайте попытаемся его сохранить. Давайте попытаемся работать с корректным состоянием, которое было до. Почему мы теряли корректное состояние? Потому что мы перезаписывали наши item и total. То есть одно мы успели перезаписать, а второе еще нет. Мы можем взять очень простую вещь. Давайте посчитаем наши новые значения в новые переменные. Если вдруг во время расчета этого new item или new total у нас произойдут исключения, ну ничего страшного, мы же не затерли наши старые значения. Значит, будет работа для сборщика мусора, он соберет эти новые значения. Помните, что мы говорим о чистых функциях, да? То есть у нас нету сайд-эффектов, и мы говорим именно о чистой функциональщине, то есть изменение состояния там, программ, структур данных и так далее. То есть ничего страшного не произойдет, сборщик мусора это соберет, ну и ладно. И другие потоки увидят старое состояние, которое было не тронуто. Но здесь возникает вопрос. Вот, какова стоимость выполнения вот этой операции? Тут написано fast copy and append. То есть это операция, которую мы хотим, чтобы она выполнялась как можно быстрее. Это копия наших данных в данном случае. Условно говоря, это может быть и миллион значений в этом списке, то есть какое угодно. Мы хотим, чтобы эта операция была как можно более быстрой. Причем от этого
реализации до иммутабильного ордера ровно один шаг. То есть здесь мы создаем, сохраняем наше состояние, а могли бы сразу создать новый ордер, в который положить новые значения посчитанные. Джошуа Блох, Дог Ли нам говорят о том, что иммутабильность — это хорошо. И это правда очень хорошо, мы знакомы с этим. Единственный вопрос — какова стоимость? Если у нас найдутся способы сохранять дорогие коллекции, дорогие сложные объекты состояния быстро, если мы сможем достаточно быстро создавать копии с небольшими изменениями, то мы можем позволить себе защититься от подобных проблем, то есть создавать копии данных. Если такого решения нету, то ну, придется развести руками, сказать, ну да, иммутабильность — это хорошо, но дорого. Поэтому все будет упираться в, найдем мы это решение или нет. И по сути мы пришли к тем же проблемам, да, то есть мы говорили сначала о чистых функциях в функциональном языке, что там выгодно иметь и важно иметь возможность быстро скопировать данные с небольшими изменениями. И пришли традиционным способом ровно к тем же самым проблемам, что нам для защиты наших программ в многопоточной среде тоже выгодно иметь те же самые решения, те же самые решения той же самой проблемы. Давайте поговорим немножко о терминологии. Понятие immutable всем знакомо. В классическом смысле мы обычно понимаем иммутабильные объекты как неизменяемые. Персистентные объекты, о которых мы сегодня будем говорить, персистентные структуры данных, в этом смысле тоже являются неизменяемыми. То есть это свойство одинаково как для иммутабильных, так и для персистентных. То есть можно сказать, что персистентные являются иммутабильными в этом смысле. Но есть другой аспект, который отличает классическое понимание иммутабильности от персистентности. Для иммутабильных объектов мы делаем полную копию. То есть каждый раз, когда у нас выполняется какая-то операция, то порождается новая независимая копия данных, которая никаким образом не ссылается на предыдущую копию. Для персистентных структур данных у нас появляется, у нас используется возможность сослаться на старые данные. Раз старые данные не изменяются, мы ссылаемся на старые данные, за счет этого выигрываем память и выигрываем скорость, потому что нам не нужно делать полную копию. Еще один интересный момент, то что в Брайан Гетц в своей вот, спецификации на Value Object написал о том, что immutable плохо произносится. Если его быстро произносить, то оно произносится как mutable, поэтому теперь мы будем использовать везде слово «персистент» для того, чтобы не путаться. Поэтому в новой вене о том, чтобы использовать везде слово «персистент». Persistent. Обозначение сверху — это классическое обозначение списка, я думаю, оно вам знакомо. Снизу — это то, которое мы будем использовать на слайдах. Это эквивалентное, да? То есть если у вас вдруг возникает вопрос, что означают вот эти кружочки, вспоминайте вот верхний рисунок, это об одном и том же. Просто на слайдах удобнее использовать более простую нотацию. Договорились? Есть у нас некий список, который состоит из трех элементов x, y, z. Этот список является неизменяемым, мы его каким-то образом получили. Мы будем рассматривать наши персистентные структуры данных с точки зрения операции, потому что проще всего понять структуру данных, рассматривая, каким образом они модифицируются. Каким образом можно модифицировать подобную структуру данных? Добавить элемент. Добавить очень просто, потому что раз структура данных старая не повреждается, мы добавляем новый элемент и ссылаемся на старый элемент. Можно удалить элемент. Каким образом для списка удалить элемент? Просто сослаться на какую-то часть списка, потому что, опять же, старый список неизменяемый, мы всегда можем сослаться на эту часть. То есть список один из самых простых, одна из самых простых структур данных, операции над ней достаточно тривиальны. Тем не менее, даже в этом виде можно сказать, что мы могли бы оперировать переменной x в одном потоке, создавать, то есть добавлять элементы в другом потоке, это была бы переменная x2 и так далее. То есть эти операции будут потока независимые. Вы можете итерировать, допустим, по какой-то коллекции, созданной таким образом в одном потоке, то есть перебирать элементы, и безопасным образом в другом потоке добавлять в эту коллекцию элементы. Это понятно? Или не очень? Ну, как-то реагируйте, пожалуйста. Как эти коллекции получить в Java, да? То есть мы говорим, то есть было бы не очень интересно, если бы просто написал бы, вот, есть такие коллекции и все. Вот. Как с этим можно работать? Понятно, что в языках Scala и Clojure персистентные структуры данных являются базовыми, и они доступны из коробки. В Java, к сожалению, нет.
И нам их даже не обещали на самом деле. Есть разные способы, как подтянуть подобные коллекции в Java, но, на мой взгляд, самый простой — это добавить себе в зависимость клажуру. Но клажура является динамическим языком. Соответственно, там будет, если вы просто используете клажуру, вы получите много неприятностей на уровне того, что много приведений типов, оперирования объектом, то есть некрасиво. Да? Хотелось бы иметь какую-то коллекцию, как в Java, с дженериками, то есть более защищенной. Вот проект, который первый написан, сделанный на гитхабе Крюков, он, в общем-то, это и сделал. Он портировал коллекции из клажуры и добавил в них в рапперы, которые являются дженериками. То, соответственно, работать с этими коллекциями с точки зрения Java гораздо проще. Есть еще проект pcollection и functional Java. Но, во-первых, там достаточно специфичный выбор персистентных структур данных. Во-вторых, насколько они протестированы, очень сложно сказать. Коллекции, которые в клажура, используются большим количеством людей, потому что язык используется большим количеством людей. И, соответственно, это проверенные решения. То есть вы точно знаете, что это можно использовать, это надежно. Вот, все остальное вы рискуете получить какие-то там нехорошие вещи, поэтому для реального использования, не для поиграться и посмотреть, а для реального использования, лучше использовать клажуру. Почему не скалу? Да? Почему я говорю, что лучше использовать клажуру, несмотря на то, что я скала-разработчик? Потому что взаимодействие скалы с Java хуже, чем взаимодействие клажуры с Java. То есть клажура объявляет все свои коллекции, они пронаследованы от интерфейсов. И с точки зрения Java их очень легко использовать. В Scala это не так. Scala там очень много всего своего синтаксического сахара добавляет, и использовать коллекции скаловские из Java достаточно сложно. Поэтому в случае необходимости лучше использовать клажуру. Кроме того, клажура имеет коллекции на клажуре, имеет дополнительные возможности, которых нет в Scala, и мы об этом поговорим. Как это применять? Простой пример. То есть мы импортировали наш пакет из GitHub'а. Первая строчка просто показывает, что мы можем создать персистентную структуру данных на основе обычной структуры данных. То есть как скопировать, да? То есть создать персистентную из обычной. Дальше мы имеем три строчки. Первая — это создание списка. Вторая — добавляет элемент в список. И третья — удаляет два элемента. И то, на что стоит обратить внимание, это последние три строчки, которые показывают нам, что наши операции на самом деле не разрушили начальный список. Да? То есть мы создали наш лист, потом сделали над ним операцию добавления, сделали операцию удаления. В результате значения, которые мы получили, они существуют, они не были разрушены. Как и было бы, если бы мы применяли наши обычные мутабильные коллекции. Еще следует обратить внимание то, что в обычных коллекциях наши операции, они с сайд-эффектами. Да? То есть у нас есть какой-нибудь там на коллекциях метод add, который ничего не возвращает, возвращает void, но его результат — это некий сайд-эффект, изменение коллекции. Для иммутабильных структур данных это не так. То есть для того, чтобы воспользоваться результатом, мы должны забрать то значение, которое нам возвращают методы, модифицирующие коллекцию. То есть в данном случае плюс получает на вход какой-то параметр и возвращает новую коллекцию. Соответственно, семантика работы с персистентными структурами данными отличается от семантики работы с обычными коллекциями. Вы не сможете просто взять, вот, допустим, долго-долго писать вашу программу с помощью обычных структур данных, а потом в какой-то момент решить, ага, я решил перейти на персистентную структуру данных, давайте я подменю одни на другие. Этого не получится. То есть вам придется писать, сделать выбор, хотите ли вы использовать персистентную структуру данных или нет в самом начале, потому что с точки зрения использования они сильно разнятся, и ваша программа будет на самом деле заточена под использование одних или других структур данных. Переключиться простым образом невозможно. Давайте рассмотрим еще одну интересную структуру данных — FIFO. Ну, кроме того, когда мы поговорили о списке, понятно, что мы на самом деле автоматически рассказали еще и стек, потому что стек выражается в теми же самыми операциями, как и список. Я думаю, что вы это знаете. FIFO — интересная коллекция, потому что она строится очередь из двух списков. Список, в который мы складываем элементы, и список, из которого мы изымаем элементы. В данном случае на картинке вы видите очередь в состоянии, когда мы в нее положили элементы 1, 2, 3, 4, 5. Именно в таком порядке. Заметьте, что порядок элементов в
в списках он разнится, да, то есть у нас один список в прямом порядке, а обратный список, с которым мы изымаем элементы в обратном порядке. Операции над очередью, они очень похожи на операцию со списками. Давайте посмотрим. Добавление элементов. Очевидно, мы можем добавить элемент точно так же, как мы добавляли в список, то есть создаем новый элемент и ссылаемся на старую очередь. Удаление. Опять же, мы можем сослаться на нашу структуру данных и передвинуть ссылку в списке, из которого мы удаляем элементы. Понятно, что мы можем удалить и третий элемент, да, троечку, точно так же передвинуть указатель. Можем еще раз повторить эту операцию. А вот дальше не очевидно, что должно произойти, потому что мы получим вот такую ситуацию. То есть 6, 5, 4 — это у нас была наша ситуация, и в исходящем списке больше элементов не осталось. Должно что-то произойти. Мы каким-то образом должны перенести элементы из списка, в котором мы складывали элементы, когда добавляли, должны их перенести в список, из которого мы элементы забираем. И, в общем-то, мы это и делаем. То есть, когда у нас появляется необходимость вот из списка в состоянии x5 забрать элемент, мы копируем все наши элементы. Это мы не сможем изменить, да? То есть мы не можем в иммутабильной структуре данных что-то менять. Нам придется скопировать наш список, целиком перестроить. Для того, чтобы перестроить наш список в обратном порядке, достаточно одного прохода. То есть мы берем шестерку, создаем новый список и используем шестерку как начальный элемент, потом идем пятерка, четверка, и получим в один проход получим список. И эта операция переноса, она нам создает эквивалентную очередь. То есть очередь, которая x5, и очередь, которая серенькая, на самом деле содержит одни и те же элементы. Просто состояние временное изменилось. Но из второго состояния мы уже знаем, как можно удалить элемент. То есть из второго состояния, когда мы перевели его в эквивалентное, перенеся элементы, мы знаем, что можно просто сдвинуть указатель. Какова стоимость операции в списке? Очевидно, что каждый элемент должен быть добавлен в список, плюс каждый элемент хотя бы один раз должен быть перенесен из очереди с входящими элементами в очередь с исходящими элементами. Это тоже дополнительная операция. В принципе, это можно сказать, что по стоимость на один элемент достаточно дешевая, то есть это сравнительно дешевая. Но тем не менее, это может быть не очень хорошая реализация. В клажуре используется немножко другая реализация. Почему это не очень хорошая, это классическая реализация? Потому что если мы добавили очень много элементов в наш входящий список, то есть набрали там миллион элементов, а потом решили забрать оттуда хотя бы один элемент, то нам придется прокопировать все элементы исходящего в исходящие. То есть одна операция станет очень-очень дорогой. Вот. И мы, скажем так, это не очень хорошо с точки зрения коллекции, когда отдельно взятая операция, ее время очень сильно зашкаливает и становится гораздо дороже, чем средняя стоимость операции. Поэтому в клажуре используется другая реализация. Вопросы есть какие-то? Или все так грустно и... Давай. Да. Да. Вам не удастся вставить в неизменяемый список элемент, да, то есть он на той неизменяемой, что вставить вы не можете. Но вы можете из него изъять элементы, да, какие-то, положить новый элемент и достроить обратно, положить обратные элементы, которые там были. В результате у вас получится новый список, да, то есть это не старый список измененный, в который вы вставили. Это список, который вы построили новый, который с точки зрения содержимого похож на то, чтобы вы вставили элемент в середину. Эта операция будет достаточно дорогая, то есть вам придется на самом деле сначала изъять элементы, потом положить это все обратно. То есть это будет дороже, чем в обычном списке вы могли бы модифицировать на ходу и вставить элемент в середину. Невыгодно, да. Так и есть. Абсолютно верно. Да, конечно. В чем в данном случае персистентность отличается от иммутабильности? В том, что если бы у нас мы говорим о иммутабильном в классическом смысле, то каждая операция, то есть, допустим, операция добавления, то есть x2,
потребовало бы от нас создание полностью независимой копии, в которой мы переложили бы все 5 элементов старых, плюс добавили 6. И в результате мы у нас было бы на самом деле гораздо больше... Для списка, наверное, нету. Для списка и мутабильный список, и персистентный — это практически одно и то же. Давайте посмотрим на использование. В общем... Опять же, мы делаем точно такие же операции, создаем очередь, делаем простые изменения, добавляем элементы, изымаем элементы из очереди и смотрим о том, что в результате у нас остается целой начальная очередь, плюс мы получили измененные коллекции. Теперь мы пришли, наверное, к самой интересной структуре данных. Это вектор. Вектор является аналогом ArrayList для Java. То есть нам хотелось бы иметь некую структуру данных, которая представляет по характеристикам похожа на массив, то есть с быстрым доступом к элементам, и которая может увеличиваться в размерах, если нужно. Что из себя представляет вектор? Вектор — это суффиксное дерево, где в качестве суффикса используется индекс, разделенный на группы из 5 битов. Давайте разберем, что это значит, потому что все в целом это очень тяжело одолеть. Сверху у нас нарисован индекс. Индекс в Java у нас обычно используется интовый, то есть это 32 бита. Если мы его разобьем на группы из 5 битов, мы получим 7 групп, то есть 6 по 5 и одна там маленький кусочек, остаток. Наше дерево состоит из... суффиксное дерево. На каждом уровне нашего дерева хранятся массивы размерностью до 32 элементов. То есть наши 5 бит позволяют нам выбрать одно значение из 32 бит. И процесс поиска элементов в таком дереве заключается в том, что мы берем старшие 2 бита, выбираем элемент в массиве, потом берем следующие там, зеленые биты, выбираем следующий элемент в массиве. И так проходимся до последних, до желтых битов. В результате для нашего индекса мы получаем элемент внизу, который реальное значение. На картинке очевидно, что это мое описание потребовало на самом деле бы 7 уровней. Да? То есть я говорю о том, что каждая 5 бит или каждая группа, да, на которую мы разбили наш индекс, требует одного уровня в нашем дереве, в нашем суффиксном дереве. И в результате движения сверху от корня дерева вниз мы как бы собираем из этих битов целиком наш индекс. Это потребовало бы 7 уровней. Очевидно, что для индекса в большинстве случаев старшие биты равны нулю. И невыгодно на самом деле держать такое высокое дерево, потому что первые уровни на самом деле будут всегда одинаковые, они будут содержать массив, в котором будет использоваться только первый элемент, который будет ссылаться на уровень ниже. Чтобы этого не делать, делают следующее. В векторе в любом случае, в корневом элементе содержится количество элементов в данный момент, используемое в векторе. И зная количество элементов в данный момент, можно просчитать, начиная с какой группы из 5 бит, какая группа из 5 бит является важной. Вот в данном случае очень хорошо посмотреть на вот эти примеры. Давайте посмотрим. Здесь 63 соответствует нашей картинке. Это максимальное количество, максимальный индекс, который мы можем хранить в данном векторе. Точнее, максимальное количество элементов в данном векторе — это 64, максимальный индекс — 63. Старший бит в индексном представлении попадает в нашу оранжевую зону. И оранжевая зона — это
второй уровень. Соответственно, в нашем дереве у нас будет не более двух уровней. Это понятно или надо еще раз? А что-то, что непонятно? Дайте. Не, индекс, ну смотрите, у нас, давайте разберем на примере, как мы будем искать значение в нашем векторе, в котором в данный момент может храниться максимум 64 элемента. То есть как мы будем находить, допустим, число 0. Если число 0, у него число 0, говорю, элемент с индексом 0. Элемент с индексом 0 имеет все биты, равные 0, правильно? У нас описана вот эта ситуация. Все биты будут равны нулю. Мы берем наш вектор. Мы знаем, что для такого вектора с 64, мы можем просчитать, что для такого вектора с 64 элементами максимальное количество уровней, которое нужно задействовать, чтобы описать 64 элемента, это 2. Поэтому мы берем предпоследние и последние группы из 5 бит. Смотрим на предпоследнюю группу из 5 бит. Какое в ней хранится значение? 0. Соответственно, раз 0, то нам надо выбрать первую ячейку в нашем векторе. Дальше мы берем следующую группу из 5 бит. Какое в ней значение хранится? 0. Значит, нам надо опять выбрать первую ячейку в нашем 32-элементном массиве. В результате мы выбрали 0 в конечном итоге. Как мы будем выбирать 31? Мы опять же точно так же выберем в начале первый элемент, потому что у нас был 0. Потом дойдем до последнего уровня. И здесь мы выберем уже 31 элемент. И еще, допустим, 63 рассмотрим. 63 у нас имеет единицу в оранжевой зоне, то есть в предпоследнем уровне. Сколько единиц, мы выберем вторую группу, второй массив. И все единицы соответствуют у нас значению 31. В результате мы выберем вот этот элемент последний. Так стало понятнее или нет? Да. Почему 2 в 32? Ну, стандартные коллекции на самом деле имеют индекс интовый 2 в 32. То есть считается, наверное, что больше, чем 2 миллиарда значений нам не нужно. То есть точно так же, на самом деле, для обычных коллекций мутабельных там тоже индекс максимальный интовый. О, теперь интересно рассмотреть, то есть это состояние для 63. То есть вопрос... Как будет модифицироваться, да, вектор в результате? То есть каким образом мы добавляем в него, что-то изменяем? Да, мы перешли к интересному вопросу. Этот вектор — это неизменяемая структура данных. Да? То есть мы не можем взять и поменять в нашем массиве там, ссылку на другой элемент. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы захотим поменять 33-й элемент на некий, допустим, элемент Z. Да, конечно. У вас есть изначально какой-то индекс, да, то есть это аналог чего? Это аналог array-листа. Вы хотите по индексу получить элемент. У вас есть индекс. Вы этот индекс разбиваете на группу из 5 бит и двигаетесь по дереву. В результате доходите до последнего уровня, в котором находится ссылка на тот элемент, который вам нужен. В результате вы считываете ссылку на элемент. Вы получили по индексу в конечном итоге элемент. Идет
потому что в векторе мы используем массивы до 32 бит. То есть мы не, скажем так, в данном случае, если нам понадобится больше элементов, то есть, допустим, 1025 элемент добавить, да, то есть мы сейчас будем это рассматривать, то, соответственно, мы скопируем вот элементы из оранжевого сектора, из массива в два элемента, в массив в три элемента. То есть мы просто держим минимальное количество, массив минимального размера, который нужен для того, чтобы описать подобное дерево. Да. 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 Зачем? При увеличении она будет использоваться, да, а так она... Когда у нас появится, допустим, необходимость разместить больше, чем 64 элемента, то следующая операция добавления приведет к тому, что мы увеличим размерность вот на оранжевом уровне, и появится еще один, вот, еще один массив на более низком уровне. Давайте посмотрим операцию изменения. То есть, как я уже сказал, изменять старый вектор мы не можем, мы можем только достраивать что-то рядом. В данном случае мы скопировали наш блок 32, наш массив желтенький, сослались на все элементы. То есть красная стрелочка — это ссылка на старые элементы, которые мы переиспользуем. Черная в данном случае — там ссылка на новый элемент. Но мы не можем взять и просто подменить наш желтый элемент. То есть нам для того, чтобы заменить желтый элемент, придется скопировать и оранжевый. То есть придется перестроить, на самом сделать копии всех массивов, которые лежат выше. Какое количество копирований нам придется сделать? Сколько у нас таких копирований будет? Да, абсолютно верно, логарифм. Зависит от количества, но в общем случае это логарифм. Логарифм в данном случае получается 32 степени по n. И в нашем случае, поскольку эта величина достаточно маленькая, то есть мы говорили, что у нас получается не более 7, мы делим наш индекс на группы из 5 бит, получается 7 групп. То есть дерево будет иметь максимальную высоту 7. Но это на самом деле пессимистичная оценка, потому что 2 миллиарда значений мы практически никогда не используем. Поэтому в реальной жизни количество уровней будет балансировать где-то между там, 3, 4 там, до 5. И это значит, что мы можем сверху оценить стоимость операций, как, допустим, условно говоря, там 7n — это самая пессимистичная оценка, более реалистичная 5n. В реальности наша оценка, конечно же, является с точки зрения математики правильной, логарифмической. Но поскольку мы сверху можем оценить ее какой-то вменяемой константой, то мы можем сказать, что наша скорость приблизительно константная. Да? То есть мы не можем честно сказать, что она константная, но она ведет себя на тех значениях, в которых на том диапазоне индекса, на том диапазоне, на котором у нас может меняться индекс, наша структура данных ведет себя близко к константной по скорости. Если бы мы реализовывали вектор вот таким вот образом, то операция добавления нам бы тоже обходилась бы логарифм. Но это невыгодно. Очень хочется иметь операцию добавления, которая работала бы быстрее. Поэтому, когда я вам рассказывал вектор, это самая сложная структура данных, но и самая интересная по характеристикам. Я вас немножко упростил ситуацию. На самом деле вектор выглядит вот так. Что изменилось? То, что мы видим слева, это наше суффиксное дерево, о котором я вам рассказал. Но в нем всегда хранится количество элементов, кратное 32. Я не зря нарисовал вот ровно в нижнем уровне там, массиву 32 элемента. И, то есть у нас получается суффиксное дерево, в котором хранится количество элементов, кратное 32, плюс хвостик отдельный, в котором хранятся оставшиеся элементы до нужного нам количества. Этот хвостик
он на самом деле не включен в дерево, и он обрабатывается отдельно. То есть когда в нашем структуре наш вектор имеет ссылку на наше суффиксное дерево плюс на этот хвостик. И зная, какой элемент мы хотим получить, мы можем по индексу определить, этот элемент должен находиться в нашем хвостике, потому что он попадает в последний вот, остаток отделения на 32, последний, либо же его надо искать в нашем суффиксном дереве. Как понимание есть. Замечательно. Еще раз громче. До 32, элементов. И естественно, что когда мы заполним этот хвостик, мы сейчас посмотрим, как это происходит, то потом нам все равно придется этот элемент разместить внутри нашего суффиксного дерева. Но весь смысл в чем? В том, что операции над этим хвостиком получаются дешевле, чем операции над деревом. Потому что мы можем в данном случае добавить элемент в наш хвостик, и нам не пришлось ничего модифицировать. То есть неважно, сколько уровней в самом дереве. В самом дереве может быть на самом худшем случае до 7 уровней. А в хвостик мы можем добавить элемент, всего лишь прокопировав один массив. Да, в хвостике всегда один уровень. Хвостик — это последние элементы, которых нам не хватает для того, чтобы чтобы получить количество элементов в векторе не кратное 32. Да, это нужно для быстрого добавления в конец. Тем не менее, все равно можно сказать, что эта операция достаточно дорогая. Да? То есть мы говорим о том, что добавление в наш вектор приводит к копированию массива. Какой в среднем тут размер будет массива? В 16 элементов. Да? То есть вот гуляет от 1 до 32 бит, в среднем 16. Количество копирования, мы же не просто там создаем массив, мы еще должны скопировать элементы из старого массива в новый. То есть количество копирования тоже в среднем 16 элементов надо скопировать. То есть получается, каждая операция добавления — это оптимизированная операция, будет обходиться нам в среднем создание массива в 16 элементов плюс копирование элементов в 16 элементов. Это вообще, говорят, дороговато, это заметно дороже, чем наши мутабильные структуры данных. Если бы мы всегда так делали, то потеря скорости была бы очень значительная. То есть можно сказать, что в таком режиме вектор, его можно использовать в таком режиме, где-то раз в 5, ну, даже 8 медленнее, чем обыкновенный релист. То есть это значительные потери, которые действительно нам ходятся дорого. Но надо понимать, что эти операции не эквивалентны. То есть нельзя говорить о том, что и сравнивать с производительностью таким образом. Потому что в данном случае мы получаем копию целиком нашей старой структуры данных плюс небольшое изменение. А в обычных структурах данных мы делаем изменения на лету. То есть у нас нет операции копирования. Мы старую структуру данных теряем. Если мы попытаемся в мутабильной структуре данных сделать абсолютно аналогичные результаты, как мы получаем в персистентной структуре данных, то есть скопировать все плюс изменить, это обойдется гораздо дороже. Да? То есть получается, что персистентная структура данных обходится нам дешевле, когда нам нужно создать копию данных с небольшим изменением, но гораздо дороже по сравнению с чистыми изменениями в мутабильной структуре данных. Давайте посмотрим код. Создание вектора. Все операции точно так же. Добавление в него элементов. Plus n в данном случае, это мы говорим же об аналогии массива, то есть мы можем заменять элемент. В данном случае мы элемент с индексом 1, то есть на второй позиции, заменяем на 22. И минус. Соответственно, результаты. 1, 2, 3. У нас и получили 1, 2, 3, заменилось на 1, 2, 2, 3. Инсерта нету. Мы подойдем к инсерту. Это интересный вопрос. Можно ли в такую структуру данных эффективно вставлять? Вектор вот в классическом виде, в таком, как он реализован в клажуре, как он реализован в Scala, нельзя. То есть эта операция не поддерживается, пока эффективно не поддерживается. Да? То есть можно попытаться сделать, но это будет очень дорого в таком представлении. Но это не все козыри, которые у нас есть для работы с персистентными структурами данных. Потому что, очевидно, мы не хотим платить такую стоимость. Это очень дорого. И мы хотели бы работать с нашими персистентными структурами данных на скоростях, близких к скорости мутабильных структур данных. Потому что очень часто мы делаем множество изменений, пакетные какие-то обновления. Мы взяли, добавили там сотни значений. Если мы на каждое
добавление одного элемента будем делать аллокации, будем платить за это обходом нашего дерева, это будет очень-очень дорого. Есть возможность временно не платить за стоимость персистентных структур данных, то есть держать наши иммутабильные структуры данных, передавать их между потоками, да, как иммутабильные данных, получить их в каком-то потоке, временно перейти в некий режим, назовем его транзиент. Этот режим, который позволяет нам достраивать нашу иммутабильную структуру данных кусочком мутабильной структуры данных, то есть изменяемой. Получать такую комбинированную структуру данных, в которой есть часть неизменяемая и часть изменяемая. Операции в этой транзиент структуре данных будут на скорости, близкой скорости мутабильной структуры данных. То есть мы получим скорость практически, там, допустим, как RLS, там, буквально на 10% дешевле, что очень классно. А потом в нужный момент дешево вернуться обратно к персистентным структурам данных. При этом у нас будет изоляция в рамках одного потока, да, то есть мы не хотим, чтобы ту часть вектора, которую мы временно держим как изменяемую, чтобы ее смогли из разных потоков использовать, потому что это, скорее всего, приведет к проблемам. Мы хотим иметь возможность переходить в этот режим, переходить из нашего неизменяемой структуры данных в этот смешанный режим очень быстро, потому что иначе весь смысл теряется. Мы хотим иметь возможность обратно переходить очень быстро. Да? То есть это какой-то такой режим, в котором мы быстро перешли из изменяемой структуры в этот режим, что-то там наколбасили очень быстро, сильно изменили, потом никому не показывали это изменение. Самый главный смысл, что нам не надо никому показывать изменения, за счет этого мы можем делать какие-то операции быстро. То есть мы не отдаем это временное состояние там, в другие потоки, и никаким образом не должны этого делать. Давайте посмотрим на код, чтобы было более понятно, что происходит. Мы опять создаем персистентный вектор. У персистентного вектора есть возможность перейти в режим транзиентного вектора, да? То есть мы временно переходим в транзиентный вектор. Мы с транзиентным вектором работаем, как если бы он был персистентный, но скорость будет совсем другая, гораздо быстрее. То есть мы получили вот транзиентный вектор, на котором мы можем работать гораздо-гораздо быстрее. Потом, когда мы с ним закончили работать, и мы этот транзиентный вектор не должны никаким образом отдавать там, в другие потоки, то есть мы не имеем права его публиковать, потому что иначе мы получим проблемы. Вот. Потом в какой-то момент мы можем вернуться в наш персистентный вектор, получить опять неизменяемую структуру данных, и уже полученную неизменяемую структуру данных мы можем честно раздавать в другие потоки, передавать кому надо, там, синхронизироваться на ней, то есть делать любые действия. Да. Да, он, это операция обратная добавлению. То есть мы можем в вектор добавлять в конец, и мы можем также эффективно оттуда забирать элементы. Операция логически обратная. Нет, это всегда минус, это всегда забирает последнюю. То есть там нет возможности забрать там не последний элемент. Я ответил? Еще раз. В array list вы можете эффективно вставить в середину. Ну, это слово «относительно» — это ключевой момент. То есть с такой же эффективностью вы можете это сделать и здесь. Ну, вы можете, то есть путем на самом деле как в ArrayList, то есть вам придется прокопировать на самом деле, сдвиг сделать. Эта операция будет здесь дороже, но да, это будет аналог на самом деле. Ну, не стоит переходить в транзиентный, если вам надо сделать только одну операцию, потому что переход в транзиентную обратно, это все-таки достаточно, ну, недорогая, но дороже будет, чем если выполните операцию напрямую на векторе. Но в остальных случаях, в принципе, да. То есть если у вас есть даже там 10 элементов вы добавляете, и вы работаете
не показывая это временно структуру данных другим потоком, то вы можете ее удержать в транзиент. Давайте посмотрим, как это происходит, почему транзиент такие быстрые. Да? То есть это неочевидный вопрос, как вообще можно такое делать, почему мы можем так перейти эффективно туда-обратно. У нас есть начальное состояние. Создание транзиента на самом деле это вектор, который изначально он работает в ленивом режиме. Да? То есть он просто ссылается на то же суффиксное дерево, тот же хвост, который у нас был в начальной структуре данных. Поэтому эта операция очень дешевая. То есть создать транзиентный вектор из персистентного. То есть мы фактически ничего не сделали, кроме как создали дополнительную ссылку на наши старые данные. Что происходит дальше? Дальше у нас транзиентный вектор тоже особым образом трактует хвост. Хвост у нас постоянно особым образом трактуется, потому что мы хотим очень сильно соптимизировать операции добавления. Мы хотим, чтобы они были как можно более дешевыми, потому что это ключевая операция. Если бы мы просто прокопировали бы хвост, ну, в данном случае, не сказал, мы пытаемся добавить 66-й элемент, да? Если бы мы просто прокопировали бы хвост к себе, пытаясь добавить элемент, то в следующий раз, когда нам пришлось бы заново добавлять элемент в эту транзитную структуру данных, несмотря на то, что красные в данном случае — это массив, который мы можем менять, то есть это часть транзиента, это мутабильная часть наша красная часть, это мутабильная часть нашего транзиентной коллекции. То есть все, что отмечено красным, потенциально мы можем менять на ходу. Старую часть мы менять на ходу не можем. Скопируем мы просто синий в красный без увеличения размера, то в следующий раз при добавлении у нас бы просто не было бы места. Нам пришлось бы заново копировать массив только для того, чтобы разместить элемент. Поэтому мы здесь в очередной раз читим, мы сразу берем максимального размера массив, который у нас может потребоваться для нашего хвоста. Нет, если вы заполните целиком хвост и попытаетесь добавить 33-й, то произойдет ленивое копирование. То есть в данном случае транзиент работает как ленивым образом. Если вы можете у себя в мутабильной части произвести изменения, которые будут отражать то, что вы хотите, то вы делаете это в мутабильной части. Если не можете, то вам придется прокопировать данные из вашего вектора к себе в транзиентную часть, достроить ее абсолютно аналогичным образом. То есть пришлось бы скопировать точно так же массив, то есть произвести, по сути, операцию добавления над вектором. То есть, когда мы заполняем вот 31-й, заполнили хвост, то дальше мы будем производить добавление в перенос, скажем так, вот этого вот кусочка в наш транзиентный вектор. Вы будете 31 операцию из 32 выполнять очень быстро, добавляя в хвостик. Потом, когда вы заполнили хвостик на 32 операции, у вас будет более долгая операция, вам придется прокопировать элемент из вашего вектора, создать аналог этого, но в мутабильной части, и разместить там точно таким же образом, как мы размещаем в векторе. И по сути будет происходить такое плавное перетекание данных из нашей неизменяемой части в нашу изменяемую часть. Единственная разница в том, что здесь, в нашей изменяемой части, у нас происходит постоянное обновление наших данных. То есть мы не копируем данные заново, а мы их меняем на ходу. И тем самым теряем предыдущую версию. То есть в транзиентной части у нас уже нету старой версии. Какие-то вопросы? Давай. Ему придется сделать только одну вещь, ему придется урезать наш хвост, потому что только хвост на самом деле отличается по структуре от нашего вектора. Все остальные элементы на самом деле у нас строятся точно таким же образом, как в векторе. И в данном случае я показал, что 67-й
элемент мы смогли бы добавить практически бесплатно, потому что нам достаточно просто в нашем массиве выполнить операцию присвоения. А вот дальше возврат к нашему вектору привел бы к тому, что нам пришлось бы, к персистентному вектору, пришлось бы прокопировать наш хвост, вот, а все остальные элементы остались бы такими, какие они были в процессе построения транзиентного вектора. Ну, мы операцию удаления я на самом деле не рассматривал, потому что, ну, здесь на слайдах я не рассказываю, не рассматриваю. То есть у вас будет операция абсолютно в обратном порядке, то есть как добавление, но в обратную сторону. То есть у вас будет происходить постепенное уменьшение каких-то массивов, то есть какой-то, условно говоря, массив будет перенесен в хвост последний, по уровню вверх вы обратно прокопируете, все массивы, какой-то массив уменьшится на один элемент, потому что у вас где-то прошло сжатие. То есть у вас операция удаления будет ровным счетом точно такая же, как добавление, в обратную сторону. Инверсия будет полностью всей логики. Да. Нет, может быть пустой. То есть вы не если количество элементов кратное 32, то вам хвост не нужен. То есть если мы... Ну, в принципе, да. Да. Часть, которая является неизменяемой, она остается неизменяемой. То есть мы никоим образом ее не модифицируем. Но мы сбоку, вот здесь рядом, начинаем достраивать уровни, на которые будет ссылаться наш транзиентный вектор. То есть транзиентный вектор, вместо того, чтобы ссылаться в данном случае на оранжевую, которая на оранжевый массив в нашем неизменяемом массиве, будет ссылаться на какую-то копию, которую мы создали для себя в нашей изменяемой части. Мы как бы подтянем к себе ленивым образом ту часть данных, с которой мы модифицировали. Еще раз, если можно. Давайте, да. Нет, почему он теряет? Нет. Он будет, да, он пока мы не перейдем в persistent, вся вот эта вот часть, которая здесь красным отмечена, плюс какие-то еще части, которые мы ленивым образом достроили, которые тоже в данном случае можно было бы красным нарисовать, то есть это все изменяемая часть дерева, она вся остается изменяемой до тех пор, пока вы не перейдете в persistent, да. И на самом деле можно не только эффективно добавлять, поскольку, допустим, мы захотели бы изменить элемент, как было показано, 33-м элементом мы заменяли на Z, то есть в данном случае произошло бы перетекание вот этих вот двух массивов в нашу транзиентную часть.
первый раз мы заплатили бы за копирование этих данных, а потом, если бы мы, допустим, в цикле постоянно меняем один и тот же элемент, то второе и последующие элементы, последующие обновления происходили бы только внутри транзиентного, нашей транзиентной части. И происходила бы только установка указателя нового. То есть никаких бы аллокаций памяти уже не было, никаких бы копирований уже не было, потому что мы платим как бы только один раз за копирование данных из нашей неизменяемой части в нашу изменяемую часть, ленивым образом подтягиваем себе. Как только мы подтянули ту часть, которую мы можем модифицировать, после этого мы с этой частью можем работать эффективно, очень быстро. Понятно, да? Да. 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 Разработчик должен, да, не передать транзиентный вектор куда-то наружу. Кроме этого, на самом деле, еще операции на транзиентном векторе в рамках клазуры запоминают тот поток, в котором был создан транзиентный вектор, и сравнивают из каждой операции поток, в котором вы делаете модификацию. Если вы попытаетесь модифицировать транзиентный вектор из потока, не того потока, в котором был создан транзиентный вектор, то у вас будет исключение. То есть это такая защита на случай, если вдруг разработчик забудет и случайно передаст транзиентную структуру данных в другой поток. Транзиентность, потока, безопасность. Вы не получите экономии памяти, о чем мы поговорим. Ну, смотрите, в данном случае, даже на этом примере, очевидно, что у нас было всего там 64 элемента, да, а операция изменений от нас потребовала копирование всего там, создание нового массива в 4 элемента. Да? То есть это дешевле. Мы создали копию нашего вектора, заплатив за это всего лишь создание массива в 4 элемента, и это было гораздо быстрее, потому что, опять же, мы не копируем старые массивы. Если бы у нас был бы очень большой вектор там, с миллионами значений, то мы получаем существенную экономию, которую мы не получаем, если мы работаем просто с мутабельными структурами данных, которые мы защищаем блокировками. Там мы получаем безопасность, но мы не получаем скорости и не получаем экономии по памяти. В данном случае транзиентная структура данных интересна тем, что они позволяют нам именно получить экономию памяти и выигрыш производительности для копий, для копирования данных. Я ответил на вопрос? Да. Оставим этот вопрос. Нагрузка на габич коллектор повышается. Бесспорно, транзиентная структура данных повышает нагрузку на габич коллектор. Но детальные вопросы перформанса я осознанно оставил за пределами сегодняшнего рассмотрения, потому что там включается очень большое количество всяких нюансов, и какой габич коллектор вы используете, какие данные моменты, и какого размера вектора, да, то есть по мере роста вектора, то есть его структура усложняется, количество операций, которые вам надо там делать, увеличивается, количество копирования увеличивается и так далее. То есть там достаточно сложная оценка, какая будет скорость. Сделать простую оценку и простое сравнение, поэтому у меня сегодня даже не будет таблиц, которые говорят, что вот столько-то попугаев там ArrayList, столько-то попугаев там вектор, потому что простой оценки дать нельзя. То есть оно достаточно сложно, ее надо смотреть на разных операциях, на разных поведении там, с разными настройками garbage collector и так далее. То есть простого ответа нету. Но в целом, да, это накладывает определенную нагрузку на сборщик мусора, и это действительно так. Есть исследование на тему улучшения характеристик вектора. Это работа 2011 года.
они позволяют нам работать не с массивами, как мы вот рассматривали все время одинакового размера, 32, а с массивами переменного размера. То есть там не обязательно 32, там может быть больше, меньше и так далее. И эти структуры данных интересны тем, что они добавляют ряд интересных характеристик. В частности, они позволяют нам получить объединение двух коллекций подобного вида, двух векторов подобного вида за логарифмическое время. Причем здесь логарифм, это не логарифм 32, да, 32 степени n, но близкий к тому, там он может быть чуть больше, чуть меньше, то есть он прыгающий там немножко. Но в целом, опять же, это скорость близкая к константной, то есть достаточно большая скорость. Вставку, которую просили, да, опять же, можем со скоростью логарифма n делать. И мы можем разделить наш вектор в какой-то позиции, опять же, за логарифмическую сложность. Это интересные достаточно характеристики, но пока есть реализации на GitHub для клажуры для скалы, для Java я не нашел реализаций, и это еще пока экспериментальные изменения, они еще не вошли ни в один язык, ни в клажуру, ни в скалу. Есть работы 2014 года, июля месяца, которые добавляют транзиентную вариацию для RRB деревьев, то есть позволяют с ними работать эффективно, быстро. Вот. Когда это все будет затестировано, проверено и так далее, то мы получим, вероятно, обновление векторов для скалы, для клажуры, в которых будет плюс к тем характеристикам, которые были, будут новые характеристики о том, что мы сможем вот выполнять вот эти операции быстрее, чем на данный момент. На данный момент они обходятся достаточно дорого, а мы сможем их делать со скоростью логарифма n. Я хотел рассматривать хэшмап, но, честно говоря, мы идем гораздо медленнее, чем хотелось бы, поэтому если у нас останется время в конце, мы лучше вернемся, а сейчас пропустим это. Общие свойства. Да? Прежде чем перейти к разговору об архитектуре, о том, как это применять, давайте посмотрим на общие свойства, потому что дальше, когда мы будем говорить об архитектуре, мы будем предполагать, что у нас есть структура данных, которая обладает какими-то свойствами. Мы уже не будем вдаваться в детали, как реализован вектор, все остальное. То есть будем говорить о том, что у нас есть персистентная структура данных, которые обладают какими-то базовыми свойствами, которые нам нужны для построения архитектуры. Первое, что у нас есть, это версионность. То есть мы можем создавать версии наших структур данных, сохраняя старые, что важно, да, то есть старые не портятся, мы можем их дешевым образом создавать. Потоковая безопасность. Каждая версия у нас является неизменяемой. Мы с каждой версией можем параллельно работать, можем параллельно итерировать, можем в разных потоках создавать изменения над начальной какой-то версией, порождать новые как бы, версии. Получается такое дерево из версий. Мы говорили о том, что у нас уменьшается потребление памяти, когда мы делаем много копий, но это касается только в том случае, если мы делаем именно много копий данных. Если сравнивать потребление памяти для одной копии, то в целом потребление памяти увеличивается. Да? То есть наш вектор, если его сравнивать с ArrayList-ом, он потребляет больше памяти, если один экземпляр. Но если сравнивать, сколько бы нам пришлось памяти использовать, если бы мы держали изменения в копии ArrayList-а, да, для каждого нашего изменения, то в этом смысле вектор гораздо более эффективен. Они достаточно просты в использовании, и производительность осталась под вопросом, потому что производительность очень сложно оценить. Мы это на самом деле в каких-то вещах мы будем выигрывать, то есть, и мы это увидим, когда будем смотреть на блокировки, а в каких-то вещах мы будем проигрывать. Поэтому очень тяжело сказать, какая будет производительность в целом. Это надо смотреть на конкретные примеры, профилировать, то есть нельзя абстрактно что-то сказать о производительности. Что осталось за бортом? Детальный анализ производительности. Мы его делать не будем. Остались за бортом линзы. То есть мы увидели работу, примеры, где мы работаем с простыми персистентными структурами данных, но возникает вопрос, а что будет, если они будут вложены? Что, если внутри нашего вектора хранятся другие вектора? Что будет, если внутри наших векторов хранятся просто обыкновенные мутабильные объекты? Какова будет процедура изменения? Да? То есть у нас достаточно сложная в результате получается конструкция, как изменить элемент внутри нашего сложной вложенной конструкции, где внутри одних персистентных структур данных хранятся другие персистентные структуры данных. Линзы — это функциональный паттерн проектирования, который помогает решить эту проблему. То есть если у вас
в какой-то момент возникнут проблемы, как работать с этими структурами данных, чтобы вот это не было так страшно в коде, когда вы многократно повторяете много вот действий, то стоит посмотреть в сторону линз. Зипперы тоже функциональный паттерн проектирования, часто используются в разных языках функциональных. Основная простая идея в том, что для персистентных структур данных, ну не только персистентных структур данных, очень часто есть особая точка фокуса, из которой операции редактирования можно делать эффективнее. Например, в нашем дереве мы могли бы, допустим, спуститься вниз по дереву, какой-то кусочек нашего поддерева модифицировать несколько раз и только потом достроить его вверх-обратно, не платя каждый раз за полную операцию. Это тоже некий способ ускорять работу с персистентными структурами данных. К сожалению, и линзы, и зипперы требуют поддержки со стороны языка. И в Java, я не знаю на данный момент, даже в Java 8 простого способа, как это реализовать. Никаких хороших решений на данный момент нету. И concurrent hash try — это новая структура данных, которая появилась буквально в 2011 году. Она является аналогом concurrent hash map джавового. Это аналог мутабильной структуры данных. Почему я сейчас говорю о мутабильной структуре данных? Потому что она близкая по своей структуре с вектором. То есть она похожим образом строит, похожим образом работает. Почему она может быть вам интересна? Потому что по скорости она близка к concurrent hash map по масштабированию для чтения, чуть-чуть медленнее, хуже concurrent hash map, она масштабируется для чтения. Но она гораздо лучше масштабируется в случаях смешанной нагрузки, когда вы делаете параллельно вставки и удаления, потому что concurrent hash map хорошо масштабируется на чтение, но плохо масштабируется, если вы начинаете вот тогда вставлять, удалять элементы параллельно с тем, как вы оттуда читаете. Вот эта структура данных уже есть на самом деле в Scala, уже есть, по-моему, в Clojure. Для Java есть на GitHub проекты, которые портированные версии. То есть, может быть, вам будет интересно для каких-то своих проектов получить подобные коллекции, которые лучше масштабируются под нагрузкой вставки и удаления. Архитектура. Мы поговорили о свойствах наших структур данных. Дальше мы поговорим о том, как это применять на практике. И начнем с очень простого паттерна, который, я думаю, что вы знаете. Это undo-redo. Undo-redo встречается в большинстве случаев в графических приложениях, то есть там, где есть какие-то действия, которые выполняет пользователь, потому что пользователь может передумать, и нам надо вернуться к старому состоянию. Но не обязательно только для таких программ, то есть есть еще класс задач, на которых удобно использовать паттерн Undo-redo. Классическим способом он реализуется как? Мы делаем какой-то интерфейс, у которого есть прямое действие и обратное действие. И реализуем команды. Каждая команда на самом деле должна реализовать прямое действие и обратное действие, модифицируя наше какое-то глобальное состояние. Никто не видит подвоха, не заметили на слайде? Ну, к сожалению, он, да, он внизу. Вот здесь value length, вот, это ошибка, потому что операция удаления вот, требует на самом деле не количество элементов, а позиция. Если бы мы вот вызвали undo в данном случае, то мы получили бы исключение. Да. Что это показывает? Это показывает о том, что паттерн undo-redo в классическом виде паттерн проектирования, он увеличит в два раза объем работы, то есть кроме прямой логики нам приходится реализовывать обратную, мало того, что приходится реализовывать обратную, так еще надо ее реализовать связанным образом с операцией прямой. То есть неудобно с точки зрения разработчика и очень опасно, потому что мы всегда можем получить рассинхронизацию, то есть реализовать обратную логику не так, как была реализована прямая. Конечно, у нас есть в классических паттернах проектирования решение для этой проблемы. Оно называется шаблон-хранитель. Простыми словами, это некий способ, некий объект, который реализует ровно две операции. Целиком сохранить наше состояние и вернуть наше состояние обратно из хранителя. Очень простая вещь. В результате, вместо того, чтобы реализовывать undo-redo так, как мы это делали, мы делаем простую вещь. В redo, прежде чем реализовывать нашу какую-то бизнес-логику, мы сохраняем наше состояние в момента. А undo у нас, получается, не требует реализации логики, она будет все время одинаковая. То есть для того, чтобы взять undo, нам просто надо из нашего момента достать состояние и вернуть его обратно. Вот undo-часть вообще в данном случае, получается, не зависит
от того, какая операция реализуется. То есть это общий код, который всегда одинаковый. Поэтому на самом деле можно код зарефакторить, анду вынести, реализовывать только прямую логику, и будет все замечательно. Все замечательно за исключением одной единственной вещи – расход памяти. Потому что очевидным образом наша каждая копия, особенно если у нас большое состояние очень, потребует от нас сохранения в каждом моменте целиком состояния. И это явно для большого состояния будет очень дорого. Получается, мы между двух огней. Либо мы можем писать сложную логику, где нам надо дважды дублировать код и прямые обратные операции делать, либо мы теряем по памяти очень сильно. Это как раз хороший пример, где ложится персистентная структура данных. Я привел простые там, классы, которые работают там, с условными товарами, просто для того, чтобы показать, что наша персистентная структура данных, она не обязана внутри хранить какие-то простые вещи, типа число или еще что-то. Да? То есть мы можем внутри нашего вектора хранить ссылку на какой-то иммутабильный объект, который там, содержит ссылку еще на что-то. То есть у нас может быть персистентная структура вложена. В данном случае у нас есть ордер, это иммутабильный объект, который содержит в себе множество, то есть вектор неких article и там, стоимость. Что мы в результате получаем? В результате наша прямая операция превращается в следующее. Мы сохраняем ссылку на текущую структуру данных, потому что наша текущая структура данных, по сути, описывает наше состояние. Да? То есть нам достаточно сохранить нашу ссылку на нашу версию нашей структуры данных, выполнить нашу команду, получить новую версию данных, обновить наше текущее состояние. И, в общем-то, все. А восстановление заключается в том, что мы из нашего там, стека или любой там, структуры, где мы храним наше там, старое состояние, просто достаем ссылку на нашу старую версию данных и делаем ее текущей. Это практически выглядит с точки зрения логики как момента. Единственная разница в том, что благодаря тому, что мы используем персистентная структура данных, мы получаем выигрыш по памяти. То есть каждая новая версия у нас тратит меньше памяти. Конечно же, это означает, что нашу бизнес-логику нам придется выразить и описать в виде операций над персистентными структурами данных. А это означает, что они потенциально могут стать медленнее. Как мы уже говорили, мы видели, что они медленнее становятся. И поэтому для реализации бизнес-логики нам будет важно все возможные пути улучшения скорости, в том числе транзиенты и так далее, да, чтобы не совсем потерять скорости, чтобы у нас не было потери там, в 10 раз, а было там, хотя бы там, на 20% потери, какие-то вразумительные потери. Понятно? Вот эта часть. Хорошо. Это просто пример, как мы применяем подобный паттерн, как это будет выглядеть. Фактически by article – это функция, которая возвращает лямбду. В Java 8 у нас, слава богу, появились лямбды, можно уже называть это своими именами и не думать, что я ругаюсь в Java комьюнити. Вот. И применение. В данном случае мы создали команду. Команда – это операция, которая из старой версии данных путем реализации операции над персистентными структурами данных получает новую версию данных. Да? То есть мы, условно говоря, старую версию данных можно назвать одним старым стейтом, новую структуру данных новым стейтом, и тогда наша команда переводит из старого состояния вычисляет новое состояние. Это синтаксис для добавления элементов вектора. То есть я старался, чтобы на слайдах был честный код, который вы можете скопировать к себе и запустить и проверить, поэтому здесь приведены на самом деле честный скалокод, который вы можете себе копировать, это все будет работать. Это операция добавления, которая не модифицирует старый вектор, то есть операция над векторами, и добавляет в него новый элемент. В результате будет создана новая коллекция, в которой будет содержать старые элементы плюс новый. Просто такой синтаксис из скалы, для скалы. А где у нас равно больше? А, это лямбда. Это аналог того, что мы в Java 8 видим в виде минус-стрелочка. Ровно то же самое, только в Scala это равно-стрелочка. Ну,
Да. Мы перешли к интересной теме, к блокировкам. Давайте немножко я скажу, что означает этот рисунок. Представим, что у нас есть 4 потока, и потоки пытаются захватить доступ к некому общему состоянию последовательно. То есть сначала захватил первый поток, потом попытается последовательно второй поток, потом третий, потом четвертый. С левой стороны у нас прошлое, условно говоря, с правой стороны это у нас будущее, как мы пытаемся пытаемся захватить, что у нас будет. В данном случае третий поток владеет нашим состоянием, да? То есть он в текущий момент захватил локировку, какое-то еще время будет выполняться, пока он будет выполняться, четвертый поток находится в состоянии ожидания, он не сможет начать раньше, если мы используем re-enter lock. То есть только один поток в каждый момент времени может владеть структурой данных, да? То есть это классический наш рисунок. Этот классический рисунок также нам говорит, что у нас не самая лучшая картинка, да, то есть мы хотели бы, чтобы вот этот вот четвертый поток явно начал бы раньше свою деятельность, да, то есть мы хотели бы, чтобы он не ждал непонятно чего. У нас, конечно, есть решение для этой проблемы, это называется read-write lock, то есть мы можем изменить наш код таким образом, что read-локировки смогут работать параллельно, мы перейдем к этой картинке. Но давайте рассмотрим другой случай для read-write lock, что все не так просто. В данном случае у нас первый поток захватил локировку, он какое-то еще время будет выполняться. Второй поток пришел и попытался захватить локировку на запись. Третий и четвертый потоки пришли и тоже хотят захватить локировки, но на чтение. Почему они выстроились аж вот в конце, после второго? Это на самом деле особенность read-write lock, которая говорит о том, что пока у нас есть в очереди желающие получить локировку на запись, то все другие операции, все другие потоки, которые желают получить локировку на чтение, получат ее после того, как будут удовлетворены все запросы на запись. То есть read-write не одинаково трактует, не одинаковый приоритет между попыткой получить локировку на запись и попыткой получить локировку на чтение. Попытки получить локировку на запись более приоритетные. То есть вы всегда сможете, ну точнее не сможете, а вы в очереди, да, ожидающие потоки выстроятся таким образом, что сначала будут удовлетворены те, которые пытаются получить локировку на запись, а потом только те, которые хотят получить локировку на чтение. Понятно? Замечательно. И здесь очевидно, что четвертый поток, ну, точно бы успел, да, вот зуб даю, успел бы вот раньше бы выполниться, чем второй, да, на картинке специально так нарисовал. И третий бы, ну, может быть, успел, может быть, не успел, но вот не очевидно. Мы явно теряем, то есть нам хотелось бы, чтобы наши потоки не простаивали в ожидании ресурсов, а как можно быстрее получали наши данные. Есть у нас вариант попытаться это решить. В 8 Java появилась замечательная вещь, называется Stamped Lock. У Stamped Lock есть новая особенность, это называется оптимистичные локировки. Оптимистичные локировки в чем это заключаются? Мы пытаемся получить локировку, открываем ее на чтение, работаем, как будто у нас все хорошо, а в конце мы должны проверить, если наше состояние, то есть пока мы работали, не было изменено, то есть никто другой не модифицировал, пока мы работали, то значит, у нас все хорошо. Если кто-то изменил наше значение, пока мы работали, то значит, нам придется заново перечитать данные. Давайте посмотрим, как это в коде. Stamped lock немножко отличается от классических локировок. Я не знаю, кто видел Stamped lock до этого, может быть, мало людей. То есть немножко отличается от обычных локировок, потому что для Stamped Lock это пример поинта из Java документации. То есть фактически, если вы откроете Stamped Lock Java документацию, там будет пример поинта и много методов, я вырезал часть кода оттуда. Получение локировки отдает нам некий стемп, это некое значение, которое мы должны передать, когда мы будем разлокировать
нашу локировку. Да? То есть это отличается от того, как мы работаем с обычными локировками. Обычно нам это не надо. Но благодаря вот этому стемпу, stamped lock лучше масштабируется. Данный пример показывает обычный вариант, аналог обычной локировки, не оптимистичный. Как будет выглядеть вариант с оптимистичной работой? Мы будем пытаться получить оптимистичную локировку, получить стемп для оптимистичной локировки. Потом будем выполнять какие-то операции с нашими полями. А потом будем делать валидацию. Проверяем, стемп изменился или нет. Если стемп не изменился, значит, все хорошо, значит, мы прочитали быстро, эффективно. Если он вдруг изменился, то, значит, нам не повезло, кто-то все-таки модифицировал наше состояние, пока мы были, пока мы читали, и нам придется пойти тяжелым путем. Нам придется открыть честную обычную локировку на чтение и читать обычным способом. Здесь скрыта неприятность. То есть вот эта вот вещь, она выглядит как бы простой, но на самом деле за ней скрыто грязное чтение. То есть фактически здесь не происходит полноценной локировки. То есть мы читаем грязное состояние, и пока мы его читаем, пока мы вот находимся вот в этом промежутке, параллельно другой поток может запросто менять наши переменные x и y. И это может привести к абсолютно непредсказуемому поведению. То есть мы можем получить исключение там, null pointer, если мы устроим там цикл, мы можем зациклиться. То есть абсолютно можем все что угодно. Можно подумать, что я наговариваю, потому что ну, не могли же нам ребята, там, разработчики GVM подсунуть такую бяку, сказать, вот работайте с такой небезопасной вещью. На самом деле нет. Мы открываем документацию, и нам предупреждают. Да. However, is inherently fragile. Вот. И что замечательно, нам еще говорят о том, что field are inoptimistic, maybe wildly inconsistent, и вы должны быть familiar enough with data representation. Скажите, кто-нибудь, когда работает с данными, он может сказать, он достаточно знаком с презентацией или недостаточно? То есть что это за критерий такой? По-моему, это издевка. Вот эти вот слова. То есть лучше разложить грабли для разработчиков автора GVM просто не могли. То есть они как бы и написать документацию таким образом, чтобы никто не мог понять, когда это можно использовать. На самом деле это очень небезопасная штука. То есть это... Я уверен, что в будущем там, программисты в большой степени захотят использовать преимущества. Мы же всегда хотим писать хорошие программы, быстро и так далее. Будут пытаться использовать эту функциональность и будут отгребать много-много неприятностей, потому что это очень опасная штука. И даже она, на самом деле, нас не исправляет нашу ситуацию. Да? То есть мы долго сейчас рассказываем блокировки для того, чтобы подойти к одной, вернуться к нашим персистентным структурам данных. Потому что даже вот в этом случае мы не смогли бы уложить наш третий поток, к сожалению, не хватило бы времени, и ему пришлось бы заново перевыполнить чтение. Да? То есть очевидно, что в данном случае мы все равно не можем приблизиться к нашим оптимальному выполнению, которое мы хотели бы. Оптимально было бы такое, что третий поток, как только захотел, получил структуру данных и работает с ней тогда, когда хочет, по крайней мере, на чтении. Что этому мешает? Этому мешает то, что другой поток, который будет модифицировать его, то, что у нас, нам мешает то, что у нас состояние в одном экземпляре. То есть как только мы начинаем модифицировать, никто другой не может в этот момент даже читать. И поэтому нам здесь очень подойдут неизменяемые или же персистентные структуры данных. Потому что пока мы меняем, наши неизменяемые структуры данных остаются целыми, и мы можем с ними параллельно работать. Возникает вопрос, а с какими данными мы работаем? Да, то есть вот тут много прямоугольничков. Что это за состояние? Откуда мы его берем? Давайте посмотрим на коде. У нас есть некое текущее состояние, current state, и мы его храним, то есть это ссылка на текущую версию данных, на текущий наш иммутабильный объект, если хотите. Мы его можем хранить в volatile переменной. Да? То есть вот этот синтаксис — это скала синтаксис для volatile переменных. Чтение заключается у нас в простой операции. Мы вычитываем нашу ссылку, наш иммутабильный объект, который может быть сложным, это может быть и коллекция, мы уже рассмотрели там сложную структуру данных, и мы можем, как только вычитали, с ней работать. Поскольку эта структура данных неизменяемая, то можем безопасно с ней работать столько, сколько хотим. Можем итерироваться, можем там, полезть в базу, пока с ней работаем. То есть никаких ограничений у нас нету. Как будет выглядеть обновление? То есть что же будут делать другие потоки, которые меняют? Потоки, которые меняют, там все не так просто. Мы не можем разрешить
потоком меняющим работать параллельно. Да? То есть какая-то очередность должна быть установлена. Поэтому для того, чтобы установить эту очередность, мы воспользуемся классическими локировками. То есть операции на запись станут в некую очередь. Тот, кто в текущий момент получил право модифицировать наше состояние глобальное, current state, выполнит операцию и опубликует свое новое состояние в нашу volatile переменную. Потоки чтения будут видеть то последнее состояние, которое было опубликовано. То есть они увидели свежее состояние, замечательно, взяли это состояние и с ним работают. И живут с ним столько, сколько они хотят. То есть они владеют этим состоянием ровно столько, сколько им нужно. Пока они им владеют, другие потоки могут продолжать модифицировать наше состояние, публиковать новые состояния объектов. Но это не важно, потому что мы же сохранили нашу ссылку на наше состояние в локальной переменной. Пока мы его используем, все замечательно. Нам не важно, что кто-то модифицирует глобальное состояние и публикует новые версии. При этом мы работаем очень и очень эффективно, потому что чтение из volatile переменных, особенно на x86 платформе, это одна из самых быстрых операций. То есть там на самом деле минимальные задержки будут на чтение volatile переменных, там не выставляются барьеры на чтение, не нужны для x86 платформы. Да. Только чуть громче, пожалуйста, Александр Ильич. Да. Мы не можем, поставить потоки на запись простым образом в конец. То есть каким образом мы можем поставить потоки на запись в конец? Сама операция поставки потоков в конец потребует от нас при получении проверки, можем ли мы сейчас прочитать данные, то есть открытие локировки на чтение. Эта операция будет дорогой. Эта операция потребует от нас проверки, что в данный момент нету никого, кто хочет писать. Ну, это тоже. Нас не до такой степени не интересует не актуальность на самом деле. Нас не интересует актуальность, если с практической точки зрения, с точностью до миллисекунд. Допустим, вы используете в программе глобальные какие-то настроечки, да, они у вас хранятся, какой-то объект. Допустим, эти настройки требуют изменения какие-то. Эти изменения, возможно, потребуют по времени там 100 миллисекунд, может быть, несколько секунд, чтобы обновить это глобальное состояние. Вы не хотите, чтобы пока вы меняете глобальные настройки в какое-то из старого состояния в новое, чтобы вся обработка остановилась, и вы ждали, пока вы меняете эти настройки. Потому что это не так важно. В большинстве случаев, если какой-то ордер зашел в систему, и вы его обрабатываете, у вас нет никаких требований о том, в каком состоянии, с какими настройками он должен обработаться. Да? То есть он может обработаться с одними настройками. То есть это случайный процесс. И мы не хотим, чтобы пока пользователь там, в своем интерфейсе просто поменял там, настроечки и сказал, я хочу другие настройки использовать, произошла остановка работы процессинга основных данных. Я ответил или не совсем?
Раз в минуту это долго, да. Мы это используем, когда у нас нет точных требований о том, какое именно состояние мы должны применить к конкретному ордеру. Да? То есть, когда мы обрабатываем, допустим, конкретный заказ или конкретную, там, конкретный ордер, когда к нам приходит, у нас обычно нет бизнес-требований, которые говорят, что к этому ордеру надо применять настройки вот именно только такие. Да? И нет никаких там жестких требований, что если пользователь нажал на какую-то кнопочку, то надо мгновенно все остановить и применить вот эти настройки, которые вот актуально на момент нажатия. Если какой-то ордер обрабатывается со старыми настройками, то это плохо. Это на самом деле очень искусственное требование. И это требование сильно замедляет систему, когда мы реализуем это. Почему не? Ну, они влияют, мы их используем. Еще вопросы, понимание, как? Надо еще раз это повторить или все-таки есть более понимание? Давайте дальше. Хорошо. Давайте перепишем наш point класс, который у нас был в документации для stamped log, с использованием наших персистентных структур данных. То есть там был пример классический, а мы его перепишем на использование персистентных структур данных. Для этого я сделаю еще одну такую вещь. Я выделю операции работы с ссылками, операции там, чтения ссылки, обновления ссылки в отдельную сущность. Скажу, что это менеджер ссылок, и он умеет делать простые вещи. Он умеет установить ссылку на некую нашу там, текущую версию, получить актуальную версию и обновить. Процесс обновления происходит, заключается в том, что мы передаем некую функцию, которая из старого состояния вычисляет новое. Наш код, который я показывал для работы с блокировками, мы просто переносим сюда. Практически ничего не изменилось, мы просто фактически это стала реализация нашего референс-менеджера. Тогда мы можем сделать простую штуку. Мы можем описать наш класс Point не как классический класс с состоянием, а как иммутабильный класс. И функции, которые у нас до этого требовали нашего, содержали код работы с блокировками, теперь не нуждаются в этом коде. То есть они стали код класса Point иммутабильный, он стал независимо от блокировок. В нем присутствует только чистая логика. Единственное, что мы накладываем, единственное ограничение, которое мы наложили на класс Point, то, что он должен быть иммутабильным. Это необходимое и достаточное требование. Больше никакой логики, связанной с работой с блокировками, в нем нету. Мы создали Point Holder. Point Holder — это на самом деле вспомогательная сущность, мы могли бы ее не создавать, но нам удобно работать с нашим классом Point, как если бы он был мутабильный. Мы к этому привыкли, нам удобно выразить было бы операции, как если бы это был все-таки мутабильный объект. Point Holder использует внешнюю переданную менеджер ссылок для того, чтобы реализовать базовые операции. То есть он читает текущее состояние, то, что мы смотрели, и вызывает на текущем состоянии нашу бизнес-логику. Если эта операция только, ну, то есть в данном случае это операция чтения, мы можем эту операцию выполнять очень быстро, без каких-то блокировок, то есть метод distance from origin не требует, в принципе, никаких блокировок и будет очень эффективным. Операция move требует изменения состояния, и в данном случае она сводится к вызову нашего update state, который вызывает получение локировки на запись и реализует логику, которую мы рассматривали.
почему это выгодно? Почему выгодно переписать вот такой, таким образом point class по сравнению с нашим классическим мутабельным видом? Потому что наша бизнес-логика, в данном случае point, избавилась полностью от работы с локировками. То есть теперь у нас наша логика, которая на самом деле может быть много, она может быть сложная, она потенциально может выбрасывать исключения. Кстати, мы это не обсудили, сейчас обсудим. То есть если бы у нас где-то здесь были бы исключения, было бы что-то нехорошо, то нам это не страшно, потому что мы всегда можем вычитать старое состояние, и мы всегда его вычитываем без каких-то локировок эффективно. И обновление на самом деле, если даже в какой-то момент у нас наша операция обновления при попытке вычислить новый поинт, новое состояние, не сможет завершиться корректно, то мы просто не опубликуем наше новое состояние. То есть мы его никогда не портим старое состояние. Вот эта реализация, наш reference manager, это код, который мы можем переиспользовать. Да? То есть это какой-то код работы с локировками, который мы изолировали, который в одном месте написан, и который мы можем проверить, протестировать и переиспользовать в любом количестве мест. Наш код, который мы описываем бизнес-логику, он стал потокобезопасным. Он не содержит работы с локировками в принципе. Вот. Он стал безопасным в том смысле, что мы не боимся случайных исключений. Вдруг мы что-то не так посчитали? Ничего страшного. Просто не произойдет обновление нашей ссылки на новое значение. То есть мы просто не опубликуем наше значение в результате подсчета нашего нового состояния. И улучшились наши характеристики работы. То есть производительность наша повысилась, потому что все наши операции чтения теперь не требуют локировки. В любой момент мы можем получить некое актуальное значение, посчитать его. Фактически мы получили вот такую схему. Но мы могли бы еще захотеть оптимистичным образом выполнять операции на запись. Почему мы могли бы это захотеть? Почему это может быть выгодно? В классическом случае, когда мы захватываем локировку, мы можем наткнуться на ситуацию, что из-за каких-то ошибок в коде мы будем держать локировку долго. Что-то у нас, мы полезли в базу, там, мы что-то еще не так сделали, мы просто ошиблись в программе, и мы вовремя не разлокировали, не отпустили наш монитор. Все, весь процессинг остановится. Другие потоки, которые пытаются получить эту локировку, они зависнут. Вся наш процесс обновления полностью завис. Это неудобно. Хочется получить какую-то большую гарантию. Мы можем сделать это следующим образом. Мы можем поменять реализацию нашего reference manager, воспользоваться atomic переменной, atomic reference. Операция get и set наша классическая, а вот самый интерес у нас в операции update state. В этом случае мы можем просчитать наше новое состояние, посмотреть, если никто другой, пока мы просчитали наше новое состояние, не изменил, не опубликовал новое состояние, то мы публикуем состояние, которое мы только что просчитали, и заканчиваем. Если нет, мы повторяем эту операцию. Это классическая работа с оптимистичными, неблокирующими алгоритмами, с применением CAS, Compare and Swap. В результате такого алгоритма у нас получится следующая трансформация. То есть если в первом случае вдруг мы пытались захватить локировку, и что-то пошло не так, мы вовремя ее не отпустили, все зависло, то при переходе к такой оптимистичному подходу через через CAS операции, у нас будет следующее. Да, какая-то операция зависла, она просто вовремя не опубликует свои изменения, или она просто очень долго делается, она тупит. Пока она тупит, другие операции, которые более шустрые, другие обновления, будут спокойно проходить. Это может привести к тому, что операция, которая долго выполняется, в результате не сможет выполниться с первого раза, то есть ей придется повторно перевыполняться. Может так получиться, что она в результате будет очень долго пытаться переисполняться, и по-хорошему в продакшн-коде нам надо ограничивать количество попыток, да, то есть вот не бесконечный цикл, что мы до бесконечности пытаемся пересчитать это дело, а делать какое-то ограниченное количество попыток, сколько раз мы будем считать. Получится, что да, у нас есть какая-то
операция, которая очень долго. Да, в результате этой попыток ее обновить состояние через эту операцию, мы несколько раз попытались и не смогли. Но зато другие операции, которые более шустрые, которые из другого потока делаются, будут продолжать работать. То есть наша система становится более устойчивой. Да. Помешают. Выигрывает тот, кто более шустрый. Абсолютно верно. Помешают. Зависит от того, как часто вы делаете операции. Здесь будет та же проблема, которая возникает во всех оптимистичных алгоритмах log-free с CAS-ом. То есть если они хорошо работают, когда у вас количество конфликтов не очень большое на запись. То есть если у вас не очень частые записи, то у вас все хорошо масштабируется и все очень быстро работает. Если у вас очень большая нагрузка, то у вас классические локировки с жадным получением локировок, не оптимистичные, работают лучше, чем операции на кассах. Действительно, если то есть все абсолютно верно, если у нас какая-то длительная операция, пока она будет исполняться, другие шустрые будут все время менять состояние, то она никогда не получит шанса выполниться. Так и есть. Но зато мы не зато у нас есть безопасность, зато у нас все время есть какой-то прогресс. Да? То есть мы уверены, что даже если что-то зависло, у нас все равно есть какой-то прогресс. В любом случае. Мы сейчас до этого рассматривали ситуацию, когда у нас все состояние системы описывается некой версией данных и одной ссылкой на эту версию данных. Конечно, это на самом деле не совсем хороший вариант, потому что уровень гранулированности, то есть как мы разбиваем наши данные, он важен. То есть нам не всегда, скажем так, нам будет дорого хранить только одну глобальную персистентную структуру данных, которая содержит все состояние системы. Нам выгодно его разделить на части, и какие-то части этого состояния, которые относятся к разным логическим частям, допустим, разные пользователи, разные какие-то еще данные, обновлять отдельно. То есть, как в обычном случае, как с обычными локировками, нам выгодно разделить данные на кусочки и работать с ними отдельно. Но когда мы разделяем данные на кусочки, то возникает вопрос, а что делать, если нам надо сделать какое-то синхронное изменение в нескольких кусочках данных? То есть как производить обновление нескольких наших ссылок на разные персистентные структуры данных, когда нам нужно сделать синхронное обновление, которое представляет какое-то единое логическое изменение для нескольких независимых ссылок. В этом нам помогает software transaction memory. Это механизм, который является альтернативой для классических блокировок, имеет ряд преимуществ, потому что в отличие от классических блокировок, где у нас возможны дедлоки, возможно множество проблем, таких как проблемы с переиспользованием кода, мы знаем, что если у нас какой-то код получает локировку, есть одна функция, работающая с локировками, есть несколько функций, работающих с локировками, то мы не можем просто взять и исполнить их последовательно в расчете на то, что результирующий эффект будет такой же, как отдельное выполнение каждой операции. Для локировок мы помним, что у нас важно, чтобы у нас не было дедлоков, гарантировать, что мы локируем объекты в правильном порядке. Нам важно, если у нас, допустим, код вызывает какие-то функции, которые манипулируют с локировками, использовать, поднять локировки на верхний уровень, то есть использовать его код с локировками сложно переиспользовать. Software Transaction Memory помогает в этом бороться с этими проблемами. Это мы будем применять, посмотрим на software transaction memory, их реализаций на самом деле много разных. И вообще говоря, классический software transaction memory для того, чтобы обеспечить, условно говоря, что такое software transaction memory, это поведение, как если бы у нас были бы транзакции, но в памяти. То есть мы что-то модифицировали, потом у нас что-то пошло не так, мы хотим вернуться к старому состоянию.
Классические software transaction memory, они медленные, потому что они требуют от нас следить за всеми изменениями в нашей структуре данных. Clojure, одна из первых, язык Clojure, одна из первых реализовал STM для персистентных структур данных. В чем отличие? В том, что в отличие от классических реализаций, где нам приходится следить за всеми изменениями в мутабильных структурах данных, то есть любые изменения, которые вы делаете в мутабильных структурах данных, вам приходится отслеживать, чтобы потом иметь возможность откатиться обратно. Когда мы применяем персистентные структуры данных, нам не надо отслеживать все, нам достаточно отслеживать наши ссылки на наши структуры данных. То есть это гораздо быстрее, потому что ссылок, во-первых, меньше, во-вторых, ссылки это гораздо дешевле, чем отслеживать все состояние и все изменения в объекте. STM реализуется, основано на подходе MVCC. Это такой же, как мы используем в базах данных. Транзакция обеспечивает изоляцию снимка snapshot isolation. В терминах баз данных, да, это аналог serializable, то есть изменения, которые происходят внутри транзакции, невидимые вовне, и внутри транзакции вы не видите того, что происходит вовне. Используется оптимистичный подход, практически это то, что мы видели на примере с блокировками. Невозможно получить, мы защищены от дедлоков, от лайвлоков. Лайвлоки — это когда мы попытались захватить какие-то ресурсы из разных потоков по тайм-ауту, то есть мы когда захватываем локировку, можем выставить тайм-аут. По тайм-ауту мы отпустили локировки, а потом повторили это заново. Мы вроде как не заблокированы постоянно, да, то есть мы вроде как что-то делаем, какой-то прогресс идет. Но на самом деле мы все время захватываем одни и те же локировки, вылетаем по тайм-ауту, повторяем это заново. Это называется лайв-лок. Гонки — это чтение некорректных состояний. И на самом деле есть еще одна вещь, которая называется starvation. Starvation — это когда мы долго не можем получить состояние. То есть это то, что мы видели и то, что мы обсуждали для оптимистичного случая, когда по какой-то причине поток очень долго пытается получить состояние, но ему, допустим, из другого потока состояние менялось, и никакого прогресса нет. Вопросы по этой части какие-нибудь? Все плохо, я понял. Я сейчас рассказываю о стандартной для Clojure STM. Для Java есть реализация, называется Multiverse, но насколько она production-ready, сложно сказать. Для Scala была реализация, которая была внутри ACA, но, к сожалению, в последней версии ACA — это библиотека, которая часто используется для и Java-разработчиками тоже. Но в последней версии ACA ее выпилили. Поэтому на данный момент есть одна реализация, ну, нормальная, production, это клажуровская, на которую можно сослаться и сказать, вот этим можно пользоваться, потому что это проверено и надежно. Все остальное, вот как оно затестировано, очень сложно сказать. Когда нам может быть STM полезен, когда нам это интересно? Когда у нас частые чтения, достаточно редкие конфликты. И почему это? Потому что если мы не смогли опубликовать наше значение, то нам придется заново перевычислять. Точно так же, как мы видели в блокировках оптимистичный вариант, то есть если нам не удалось, мы повторяем заново нашу логику. STM работает ровно по такому же принципу. Если не удалось опубликовать результат, то есть не удалось транзакцию закоммитить, то мы повторяем код заново. Есть ограничение на количество попыток, то есть после какого-то количества попыток исполнить код мы остановимся и сдадимся, но мы платим за эти попытки. То есть на самом деле STM хорошо работает, когда количество вот этих вот попыток закоммититься, оно достаточно маленькое. Механика. Что для нас важно? С точки зрения STM, это... На STM хорошо смотреть как на аналогию с базами данных, потому что это очень похожие вещи. Это фактически база данных в памяти. То есть это ведет себя как база данных в памяти. Мы говорим о транзакциях, мы говорим о каких-то полных аналогах. Только единственное, что мы не в базу пишем физически, а происходит откат состояния в памяти. То есть мы что-то модифицировали, потом вернулись в старое состояние. И с точки зрения механики нас интересуют ровно две вещи. Что мы видим внутри транзакции и что видят другие, пока мы делаем транзакцию.
Внутри транзакции мы видим состояние наших ссылок, такое, какое было на начало нашей транзакции. То есть мы видим то состояние, которое было в начале транзакции. Мы открыли, увидели какое-то состояние мира. Пока мы в этой транзакции живем, мы видим внешние ссылки, такими, какие они были на начало транзакции, плюс свои собственные, так называемые, in-transaction изменения. То есть если мы что-то поменяли, какую-то ссылку внутри транзакции, то вот это значение мы будем видеть измененное. Вне нашей транзакции, что видят извне другие потоки. Пока мы не закоммитились, они ничего не видят. То есть нам гарантируется, что пока мы внутри транзакции там изменяем наши ссылки, только мы будем эти изменения видеть. Если мы удачно закоммитились, как в базах данных, точно так же по аналогии, то эти изменения увидят другие потоки. Давайте посмотрим на картинку, чтобы это было более наглядно и понятно. Вот у нас есть некая ссылка. В данном случае мы боремся за одну ссылку. И она отражает какое-то состояние в ноль. Первая красная столбик и второй красный столбик — это два потока, которые пытаются выполнить операции с модификацией. То есть они пытаются что-то записать. Они стартовали параллельно. В начальный момент времени они увидели наше состояние в ноль, состояние нашей ссылки, и, соответственно, нашего состояние нашего, которое описывается этими ссылками. Первый поток сумел закончить свою транзакцию раньше и удачно закоммитил, то есть обновил ссылку в V1, глобальное состояние, которое видят все остальные. Второй поток, когда закончил рассчитывать свою переменную, пока он рассчитывает свою переменную, он не увидит, что произошло изменение. То есть он увидит о том, что произошло изменение, только в момент, когда попытается закоммитить свою версию V1 штрих второго потока. Когда он попытается это сделать, он увидит, не может закоммитить. Да? То есть система определит, что V1 уже была изменена, точнее V0 уже была изменена на версию V1. В результате второй поток будет вынужден повторить обработку заново. Он получит новую версию, свежую V1, заново повторится код, который у нас внутри транзакции, мы посчитаем уже обновленное состояние, но на базе V1, которая была опубликована первым потоком, и опубликует уже вторую версию. То есть в данном случае мы видим, что произошел конфликт. Третий столбик — это операции чтения, то есть какой-то поток, которого ничего не модифицирует. В данном случае он получит V0 в самом начале, спокойно провыполняется, он не будет видеть изменения ни V1, ни V2, его внешние изменения ссылки ему не будут видны. И он удачно завершится, то есть он закоммитится, но результат его коммита, поскольку он ничего не меняет, пустой, то есть он ничего не опубликовал, он просто удачно завершилась транзакция. Эта часть понятна? Хорошо. Да. Да. Третий процесс работает с версией данных в V0. Если иногда нам может быть важно, чтобы третий процесс, вот в данном случае, который только читает, но ничего не модифицирует, работал с актуальной версией данных. Допустим, мы хотим, чтобы он работал с актуальной версией данных. Есть возможность, которая здесь на рисунке не отображена, сказать, что я хочу следить за, допустим, какой-то ссылкой. И если я ее не модифицирую, но я за ней слежу, если она модифицировалась, то на момент закрытия транзакции я хочу, чтобы данная транзакция повторилась. То есть это называется ensure и гарантирует, что мы можем перезапустить транзакцию, даже если мы ссылку не модифицировали, но кто-то извне ее модифицировал, пока мы работали. Это позволяет нам прогарантировать, что те изменения, которые мы, то состояние, которое мы посчитали, или те данные, которые мы посчитали на основании актуальных данных. Если вдруг оказалось, что мы, пока мы работали, кто-то ее подменил, то нам придется заново перевычислить. Если мы удачно завершили транзакцию, значит, мы посчитали их на основании актуальных данных. Значит, будет опять повтор. И так до тех пор, пока мы не дойдем до ограничения количества повторов. То есть
Давайте снова посмотрим на нашу реализацию Reference Manager. Заметьте, мы каждый раз меняем одну единственную вещь. Мы не меняем класс Point, да? То есть наша бизнес-логика не меняется. Мы каждый раз меняем одну единственную вещь, мы меняем нашу менеджер ссылок. У нас был сначала менеджер, реализованный на основе локировок, потом мы перешли и реализовали его на основе оптимистичного подхода. Теперь мы перейдем к применению Software Transaction Memory. REF – это специальный вспомогательный объект, который занимается управлением ссылок для Software Transaction Memory в клазуре. Он поддерживает ровно такие же операции, какие мы сделали для нашего менеджера. Он тоже умеет сетить состояние, получать состояние дерефера. И операция alter на самом деле это ровно то же самое, как наша update state. Только здесь мне пришлось сделать всякую магию, которая нужна для того, чтобы выполнить функцию на клажура. То есть вот это все, это не более чем магия, которая позволяет выполнить для объекта ref update state. В результате мы получили, и нам еще понадобится еще одна вещь, нам нужно каким-то образом показывать, когда у нас начинается, заканчивается транзакция. Для этого у нас есть вспомогательный объект LockingTransaction и метод RunInTransaction. Код, который исполняется внутри callable джавовского, который мы передаем, будет выполняться внутри транзакции. Данная функция — это просто вспомогательный синтаксический сахар для того, чтобы не вызывать вот этот код явно и создавать callable каждый раз, а для того, чтобы передавать лямбды. В принципе, мы можем точно так же переписать это на Java с использованием в Java 8 лямбд и тоже сэкономить себе немножко кода, чтобы не повторять каждый раз эту логику. Давайте реализуем надежный, дерзкий губернский банк, который содержит некий баланс, историю изменений. Если у нас баланс получился меньше нуля, деньги не отдаем. Если история больше 100 операций, мы тоже деньги не отдаем. Вот если у нас последняя операция, которую мы сделали, у нас слишком маленькая, мы говорим, что это подозрительно, вот, поэтому у нас хороший банк. И сделаем операцию изменения. Опять же, это другой пример, да, какой-то бизнес-логики, какой я сделаю более сложной. Вот этот код, который здесь, это на самом деле код, который с точки зрения скала является частью конструктора. То есть на самом деле мы не сможем создать объект account так, чтобы вот эти проверки не были пройдены. То есть эти проверки будут в конструкторе. Если мы их не пройдем, то, соответственно, объект не будет создан. И account holder абсолютно аналогичный тому, что мы видели для point, просто выполняет другие операции. Что мы получим? Нам нужно создать наши два аккаунта, да? Но непосредственно с самими нашими неизменяемыми объектами мы работать не будем, это не очень удобно. Поэтому мы будем создавать account holder, передавать в него наш менеджер ссылок, причем мы в данном случае применяем Software Transaction Manager, а на самом деле мы могли бы применять другой, да, то есть наш код account holder не зависит от выбора механизма локировки. Мы могли применить другой механизм локировки с тем же самым account holder. И как у нас будет проходить логика работы с транзакциями? Помним, что Atomic на самом деле скрывает вызов функции и передачу вот этого кода просто как код внутри callable, да, то есть это функция, которая будет передана как callable в наш вспомогательный метод, который открывает транзакции. Мы вызываем наше обновление баланса. Здесь важно обратить внимание, что внутри транзакции, когда мы ее открыли, и мы находимся внутри транзакции, мы видим свои изменения, то есть мы сделали изменения. Мы можем их прочитать, мы увидим свои собственные изменения. Мы можем попытаться выполнить операцию над другим объектом, проверки, которые я показывал, приведут к исключению. В результате транзакция будет откатана. Если мы
мы это увидим это исключение, в данном случае мы его обрабатываем, просто печатаем на экран. И состояние наших объектов в конечном итоге не поменяется. То есть внутри транзакции оно было в одном состоянии, потом произошло исключение, и ссылки на те объекты, которые у нас были, вернулись обратно в прежнее состояние. Извне, из другого потока, если в этот момент мы бы попытались бы обратиться к этим переменам, мы бы не видели этих изменений. То есть эти изменения, они локальны внутри текущего потока, тред-локальные. Более того, нас защищают от случайных ошибок. Вот последняя строчка, она интересна тем, что если мы попытаемся изменить объект вне, не открыв транзакцию, то мы получим исключение. Это гораздо лучше, чем с нашими классическими блокировками, потому что классический объект мы можем изменить вне блокировки, мы можем случайно указать не ту блокировку, то есть у нас есть множество вариантов ошибиться. Мы можем забыть вовремя заблокироваться, изменяя объект и так далее. Здесь мы защищены, то есть если мы даже попытаемся изменить объект вне транзакции, то у нас будет исключение. Что мы получили? Мы получили атомарность, это все либо ничего. Мы получили согласованность. Согласованность — это значит, что наши изменения представляют одну логическую вещь. То есть мы извне не можем увидеть наполовину построенного объекта или неконсистентно построенного объекта. У нас была изоляция, то есть изменения, которые мы делали внутри транзакции, не видны вовне. Внешние изменения не видны внутри, пока мы не закоммитимся. Вот чего мы не получили? Мы не получили долговечности, то есть то, что обеспечивает нам классические базы данных, работу работу с базами. То есть не получили возможность сохранять объекты надолго, которые переживают жизнь программы. Но нам бы хотелось бы все-таки вот получить вот эту вещь, то есть получить полноценную возможность работать с нашими персистентными структурами данных, включая базы. Почему? Потому что, ну, действительно, мы вся наша логика нам позволяет откатывать наше состояние. То есть мы что-то сделали, легко откатили. А если наши базы являются классическими, то есть не поддерживают версионность, не позволяют нам это таким же образом делать, то у нас получается несогласованность нашей бизнес-логикой, бизнес-логики и работы, и логики работы с базой, что не очень удобно. Я расскажу очень-очень кратко пример базы данных, которая работает с персистентными структурами данных. Она построена Ричи Хики, называется Datomic. Я не буду рассказывать ее целиком базу данных, понятно, по ней надо по одной рассказывать много лекций, это и так слишком много материала для одной лекции получилось. Я расскажу только то отличие, которое нам дают персистентные структуры данных и как они влияют на базу данных. То есть что произойдет, если в базу данных привнести мутабильность, как это будет выглядеть, в чем различие. В классическом подходе у нас есть приложение, есть внешняя коробочка, black box, которая представляет из себя базу данных. И все наши запросы мы уходят в базу данных, база данных там обладает индексами, как-то это процессит, отдает нам результаты. Если мы открываем соединение с базой данных, то выполняя запросы к базе данных через это соединение, одни и те же запросы могут дать нам потенциально разные результаты, потому что состояние базы данных со временем меняется, и наше соединение нам не гарантирует то, что мы получаем какой-то определенный взгляд на базу данных. Это понятно, о чем я? Хорошо. В Datomic ситуация немножко другая. Мы, в принципе, рассмотрели каждый отдельный элемент по кусочку. Да? То есть мы увидели отдельную персистентную структуру данных. Потом мы поговорили о том, как мы можем с этим работать на уровне локировок. Потом мы увидели, как мы можем одновременно обновлять несколько ссылок с помощью Software Transaction Memory. То есть мы увидели практически все элементы. Единственное, что нам не хватало, это запись в базу данных. Но, в принципе, очень легко это себе представить, потому что если бы в качестве элементов нашего дерева мы использовали бы файлы, а между ссылки наши, между объектами, да, как в памяти мы держим, мы бы представили какими-то ссылками на какие-то на файлы, то есть между файлами,
то мы могли бы себе вообразить персистентную структуру, которая хранится в виде файловой системы. То есть, в принципе, никаких фундаментальных ограничений нету. Конечно, от базы данных мы хотим гораздо больше. Мы хотим и индексирование, мы хотим и язык запросов, мы хотим кэширование. То есть мы хотим гораздо больше от базы данных, чем просто персистентная структура данных, которая хранится в виде, допустим, файла или в виде какой-то вот структуры данных на диске. Datomic как раз является реализацией такой персистентной структуры данных. Единицей персистентной структуры данных, хранимой на диске. Единицей информации в Datomic является элемент. То есть это key value storage, где в качестве value может быть набор атрибутов, которые ссылаются на другие ключи. Это с точки зрения использования, это похоже на графовую базу. То есть это выглядит как некая графовая база. Значение в эту базу только добавляется. Если мы хотим что-то удалить, то мы добавляем запись, которая говорит, что значение было удалено. То есть, допустим, представим, что у меня возраст, каждый день у меня возраст не исчезает и заменяется новым, а вместо этого появляется новая запись, которая говорит, что для меня, как для некой сущности, возраст стал другим, поменял значение. И вся история изменения, там, допустим, возраста или любых других характеристик, она сохраняется в базу. Более того, все изменения в базе ассоциируются со временем выполнения транзакции. То есть можно получить взгляд на базу в любой момент времени, когда происходили изменения. То есть что я имею в виду? Каждое изменение, которое мы публикуем в базу, которое мы коммитим, меняет состояние базы на новое. И мы можем попросить у Datomic некий взгляд на эту базу в тот момент, когда была закоммичена транзакция. Да, что-то наподобие системы контроля версий. В результате у нас появляется, поскольку данные у нас хранятся как неизменяемые, они только добавляются, то нам нет необходимости, чтобы все наши данные обрабатывались в каком-то одном черном ящике. Мы можем подтягивать себе ленивым образом данные и обрабатывать их у себя в приложении. Какой смысл, какая нам выгода от того, что мы подтягиваем какую-то часть иммутабильных данных к себе в приложении? В том, что у нас увеличивается скорость, во-первых, потому что часть данных, в том числе часть индекса базы данных, может быть какая-то локальная как бы данных, была подтянута в наше приложение, и мы закашировали не просто результаты нашего запроса, а мы закашировали на самом деле оригинальные данные с индексами, можем как бы локально просчитать какой-то результат на основе этих данных. Это во-первых. Во-вторых, поскольку эти данные мы можем к себе, раз они иммутабильны, они не меняются, можем безопасно их к себе потянуть. Раз мы к себе их подтянули, то мы можем на них выполнять операции в том языке, в котором мы хотим. То есть мы можем делать операции не на каком-то странном SQL языке, который очень ограничен, у которого нет нормальных функций, когда нам приходится там оперировать непонятно какими там методами и так далее. А мы можем, в общем-то, описать нашу работу с нашими данными на Java, на Clojure, и обрабатывать их в более удобном способе, вызывая любые функции, которые нам нужны для обработки данных. Нам подходит нам, допустим, функция работы с данными. Замечательно. Хотим мы использовать там Yodu Daytime для работы с данными. Замечательно. Мы можем обрабатывать данные, применяя любые вещи, технологии, которые у нас есть. Конечно, возникает вопрос, ну как же вот тянуть данные, если мы вот в классическом виде мы соединяемся с базой. Допустим, клиенты могут, которые находятся за тысячи миль, соединяться с какой-то базой, которая находится бог знает где. И могут еще и клиенты всякие мобильные, у которых нет достаточно памяти и так далее, соединяться с базой напрямую и делать какие-то запросы. Да? То есть в классическом реализации мы могли бы себе это позволить. А если здесь мы кэшируем данные возле приложения, то это вроде как дорого. То есть как-то не сможешь же наш мобильный клиент закэшировать к себе какую-то часть базы данных. Поэтому, когда вот мы смотрим на вот эту вещь,
Речь идет не о том, чтобы вот это вот поместить в каждое там мобильное приложение и так далее, то есть клиентскую часть с кэшированием. Речь идет о том, что эта часть будет лежать где-то в дата-центре возле основного хранилища, в котором хранятся основные данные. А работа с мобильным приложением будет обращаться уже к вот этой части и от нее получать данные уже в виде REST или каким-то другим образом. Я рассказал как бы о том, что данные можно читать, да, но каким-то образом они еще должны изменяться. Кроме того, что мы их читаем, так классно, можем там делать любые на клажур, на Java с ними работать. И что, они должны как-то меняться. И в отличие от чтения, данные, которые меняются, их надо как-то упорядочить. И, соответственно, для того, чтобы их упорядочить, для того, чтобы прогарантировать, что у нас получается корректное изменение, как-то упорядоченное, мы не можем это делать у себя локально в своем приложении. То есть нам надо какой-то арбитр, который будет честным образом говорить, что вот эта транзакция завершилась, это не завершилось, то есть какое-то место, где будет выставляться порядок для транзакции, и что удалось, что не удалось. Для этого есть специальный отдельный компонент, называется транзактор. По сути, все операции на запись проходят через транзактор, то есть операции, наше приложение, когда хочет что-то изменить, оно посылает запрос в транзактор. Транзактор меняет вычисляет, что должно быть добавлено в нашу данную. Эти данные поступают в наше хранилище, которое может быть на самом деле чем угодно. То есть под низом может нашего датомика может лежать любой тип хранилища. И обратно могут быть закашированы в наше приложение. То есть вот такой цикл проходит данных. Что мы в результате получаем? Мы получаем ряд интересных свойств. Наша база является неизменяемой. Мы всегда можем увидеть те значения, которые были. Мы работали, реализовали какое-то приложение, оно долго работало, а потом произошел какой-то дефект, баг. Нам очень часто хотелось бы увидеть базу данных в тот момент, когда произошла проблема. В обычных базах это, в общем-то, нетривиально узнать, в каком состоянии была база в момент, когда что-то происходило. В нашей иммутабильной базе данных есть поддержка, есть возможность попросить взгляд, поскольку у нас все данные в базе хранятся и не удаляются, можно попросить, дайте нам, пожалуйста, некий объект, который называется database, который внутри себя содержит метку времени, и все операции, которые мы на нем проводим, они будут такими, они будут давать такие результаты, как если бы база была вот в состоянии того старого времени. Эти подробности я опущу. Это, в принципе, технические вещи, которые, наверное, уже и не надо. Изменения происходят путем добавления новых данных. Это я уже сказал. Внутреннее хранилище может быть любое, в том числе память. На самом деле мы можем, что очень удобно для юнит-тестов, мы можем положить данные в память, и все запросы будут реализовываться таким же образом, как если бы они лежали в каком-то хранилище. Мы можем делать еще одну очень интересную вещь. Мы можем симулировать наше поведение базы данных, да? То есть взять какое-то поведение, взять какое-то состояние базы, которое было в какой-то момент X в прошлом, и посмотреть, как бы выглядела база, если бы мы над ней провели ряд операций, не записывая эти изменения в базу данных. Это бывает очень полезная вещь для того, чтобы просимулировать, как поведет себя приложение. То есть мы взяли старое состояние базы, условно говоря, запустили на нем приложение и не коммитим наши изменения, но тем не менее все наши запросы, все, что будет происходить, будет выглядеть так, как будто мы закоммитили. То есть мы будем видеть изменения, но при этом мы не повредим наши данные. Мы можем масштабировать наши запросы на чтение. Да? То есть мы говорим, что наши данные не изменяются. Раз они не изменяются, то мы можем их копировать в любом количестве. Мы за это платим, конечно же, пространством дисковым, конечно же, наши данные придется там разбрасывать и так далее, но это не является в данный момент техническим каким-то ограничением.
дисковая память достаточно дешевая. И я уже говорил, что мы можем использовать функции на Java и Clojure для того, чтобы описывать нашу бизнес-логику. Ограничение, если вдруг вы захотите с этим поиграться. Дорогая лицензия. Есть версии, с которыми можно играться, но они урезанные. Большие данные в них хранить плохо. И если вы будете менять данные очень часто, то есть какие-нибудь, я не знаю, там данные по ценам, которые публикуются тысячи раз в секунду и так далее, то Datomic для этого подходит плохо. Он с этим будет плохо работать, потому что транзактор, то есть то место, через которое проходят все наши изменения, является, в общем-то говоря, узким местом. Для узлов сети, это для нашего приложения, которое лежит рядом с, нашим транзактором в дата-центре, желательно использовать большой кэш для того, чтобы они как можно большую часть, условно говоря, под графа базы к себе могли закашировать, и, соответственно, они как можно большую часть операций могли выполнять локально, не обращаясь к основной базе. И в Европе, возможно, знаете, что есть законы, требующие, что данные надо удалять. Поэтому наша база данных, которая не удаляет данные, она с этим не очень совместима. Вот. Итого. Мы наконец-то к этому дошли. Наша персистентная структура данных — это компромисс. Это компромисс, потому что, конечно же, это не бесплатно. Мы получаем ряд преимуществ, мы получаем ряд преимуществ на масштабирование и так далее, но мы за это платим. Мы за это платим как минимум памятью. Если с процессором еще не очевидно, что мы заплатим, потому что где-то мы могли выиграть за счет там, блокировок, как мы видели, где-то могли, проиграли, потому что операции стали медленнее. Но мы точно заплатили за это памятью, потому что поддержание нескольких версий одновременно требует от нас больше памяти, чем удержание одной версии данных. Соответственно, память мы точно будем больше потреблять. Изменение общих данных не блокирует обработку текущих запросов. Это мы тоже видели. То есть если кто-то, допустим, в вашем приложении вебовском меняет настройки, это не помешает и не остановит обработку основного блока, который обрабатывает основную логику, что очень удобно. Долгие чтения не блокируют запись, тоже очень удобно. Обычно у нас возникают ограничения, например, мы говорим, что наш сервер должен поддерживать 1000 операций в секунду. Что из этого следует? Если для того, чтобы наш сервер выполнял эти операции, ему нужно делать какие-то блокировки, это значит, что время на одну блокировку, то есть сколько мы времени можем провести, захватив блокировку, должно быть не больше, чем 1000. Это на самом деле очень жесткое требование, я бы сказал, вообще жестокое, потому что вне зависимости от нашей бизнес-логики, мы ничего не знаем о бизнес-логике, но мы уже ограничили время максимальное, которое нам надо для того, чтобы выполнить операцию. Очень часто для того, чтобы, пытаясь решать эти проблемы, мы начинаем, опять же, копировать данные, пытаемся всевозможным образом читить, но с персистентной структурой данных у нас нет этой проблемы. Мы можем обрабатывать данные столько, сколько хотим. Мы платим за это памятью. То есть чем дольше мы держим старую версию данных, тем больше памяти нам требуется. Если у нас не очень часто меняются данные, то нам не очень сильно мы заплатим за это памятью. Если происходит часто изменение нашего состояния, и мы долго хотим обрабатывать наши старые состояния, то нам потребуется много памяти. В любом случае мы платим, в общем-то, памятью. Памятью платить хорошо, потому что память, в отличие от процессора, о чем мы говорили в самом начале, она масштабируется. То есть если процессор он упирается, и мы не можем ничего с этим сделать, то память, в принципе, его можно нарастить. Нет, такого нету. Можно разбить данные на логические, условно говоря, таблицы, то есть там в Datomic это называется базы, и можно уничтожать вот эти логические сущности. То есть, соответственно, вам придется данные разложить на какие-то блоки, допустим, там по дням или еще что-то, каждый день ложить в новую, условно говоря, таблицу. И тогда вы сможете старые данные целиком грохнуть, но вы не можете их уничтожить вот таким образом или как-то одну запись из таблицы уничтожить, только целиком большой кусок.
стратегия работы с блокировками стала гибко. Это очень-очень удобно, потому что, смотрите, мы сказали, что наша логика, бизнес-логика, которую мы реализовали, она не зависит от реализации блокировки. Причем у нас может так оказаться, что в одном случае нам удобно работать с транзакциями, мы готовы за это, и мы хотим это использовать, и готовы за это заплатить. В другом случае мы не хотим работать с транзакциями. Когда мы смотрели на классическую реализацию поинта, там работа с блокировками была зашита в сам класс. То есть мы ничего не можем сделать. То есть либо мы выбрали применять stamped lock и вот за это платим, и у нас только один вариант реализации. А с персистентными структурами данных, с такой реализацией, мы можем применять разное поведение, разные механизмы блокировок, причем для разных объектов. То есть даже в одной и той же программе мы можем создать разные референс-менеджеры и с одними счетами работать в режиме транзакционном, с другими работать, просто публикуя значения в volatile переменных, и менять разные стратегии в зависимости от нагрузки, в зависимости от того, в каких случаях нам надо, что нужно выиграть. При этом код нашего бизнес-логики от этого не зависит. То есть его не надо тестировать на это, он никаким образом от этого не страдает. Упрощается тестирование, именно потому что мы не надо менять бизнес-логику для локировок, и потому что не зависит от локировок бизнес-логика. Повышается надежность, то, что мы говорили. И старые факты, доступность старых данных, на самом деле это очень выгодная штука для бизнеса. И очень часто в наших приложениях мы искусственно пытаемся решить эту проблему хранения старых данных. То есть создаем отдельные таблицы, пытаемся туда переносить старые данные. То есть мы делаем очень-очень много работы для того, чтобы в наших стандартных реляционных базах все-таки хранить истории. Потому что для большинства случаев нам история как-то нужна. Нам нужны там строить какие-то репорты о том, что было когда-то и так далее. Вот в нашей мутабельной базе данных у нас нет необходимости тратить время на поддержание вот этой части функционала, мы получаем ее практически за бесплатно. Мы платим за это, опять же, дисковым пространством. Если нам в любом случае надо хранить историю, так или иначе, то в данном случае мы только выиграем. И интересный пример — это Datomic плюс Blueprint. Blueprint — это стандартный стек реализации графов для Java. Это фактически как GDBC, только для графовых баз. Такой стандарт работы с графовыми базами. Datomic имеет плагин для работы с графами. И это очень интересная смесь, потому что в отличие от Neo4j и других классических баз данных с графами, где вы просто получаете граф, используя Datomic и эту связку, вы получаете граф, который меняется во времени, и вы можете получить какое состояние графа было раньше. И, соответственно, вы получаете очень интересную возможность. Вы получаете возможность получить социальные сети, да, классический пример это, сколько друзей есть у ваших друзей, да, то есть то, что мы обычно обрабатываем в социальных сетях. Вот здесь можно получить возможность отвечать на вопросы уровня, как изменилось количество друзей ваших друзей за последние несколько месяцев. Что, вообще говоря, очень-очень сложный запрос для классические базы данных и даже для баз данных уровня Neo4j, потому что как смоделировать граф, меняющийся во времени, так и с точки зрения производительности, это достаточно сложная вещь. То есть достаточно уникальная связка, позволяющая получить не просто графы как таковые, а еще и графы, меняющиеся во времени.